Раз, два, три. О, отлично, все. Годится. Годится. Слышно, да? Слышно. Даже не нужно орать. Можно просто говорить. Это наш план, знаете? Каков ваш план, мистер Фикс? Есть ли у меня план? Я остановлю этого Фога. Знаете, такой мультик был? 8 дней вокруг света. Так, ну ладно, друзья мои. Я счастлив вас всех видеть. Уже второй раз в этом зале. Первый раз мы были, кажется, в феврале здесь встречались. Поэтому я попрошу вас поднять руку тех, кто здесь был в феврале. Кстати, свет лучше в зале не гасить, потому что в какой-то момент будет игра, в которой... Давайте еще раз, кто был, чтобы я увидел. Ну, достаточно, да, то есть, в принципе, представительство есть, да, кто был в феврале. Вот. А сегодня мы проведем невероятный эксперимент, но об этом чуть позже. Живой эксперимент. Значит, у нас с вами знакомство с теорией игр. И я назвал лекцию, как бы это сказать, хайпануть решил на название. Знаете, как это называется? Хайпануть на название. Я вам хочу сказать, что я сериала этого не смотрел. Это сразу, чтобы вы понимали. Но... Вот, мне только показали, как разыгрывается вот эта вот игра с шариками. И когда я, значит, ее посмотрел, я первый раз... Во-первых, мы год назад примерно ее разыграли с Максом Ковалевым. Он, естественно, выиграл очень быстро. Вот, потому что мне ни в какие игры никогда не везет. Сидящий здесь Саня Филатов подтвердит. Просто ни в какие и никогда. Я, конечно, очень быстро проиграл. Ну, а потом мы разбирали эту игру. В частности, был выпуск... на Маткульт «Привет» с разбором, там был «Кальмар Привет» называется. Вот. И там был разбор ситуации. Ну, давайте эту ситуацию мы сейчас восстановим. Значит, ситуация разбиралась следующая. Есть всего 20 шариков, они распределены 10 на 10 между двумя игроками. И... так как я не предполагаю, что вы смотрели сериал «Кальмар», я думаю, что студентам делать больше нечего, как смотреть всякие сериалы, правильно? То я, соответственно, ее сформулирую, вот, как она есть. Значит, один из игроков подчеркивается, это называется у него позиция. Что значит позиция? Это он угадывает четность у второго. То есть они должны одновременно зажать в руке сколько-то шариков, первый и второй. Ну вот, например, я зажал 3 шарика, а он зажал, допустим, 6 шариков. Но я не знаю, сколько он зажал. И поэтому вместе с тем, сколько шариков я выбираю, чтобы зажать, я еще выбираю чет-нечет. Это не 4, это, как бы сказать, давайте так, 3-че, вот так. Или я мог бы сказать 3-н, то есть я пытаюсь... одновременно с тем, что я выбираю какое-то количество шариков для зажатия, я должен угадать, какая будет четность у противника. Если я угадываю четность, я забираю себе сколько. И вот тут был какой-то мега спор, скажем так, в комментариях к этому видео, потому что одни яростно добивались того, что забирать надо столько, сколько у него, другие, что столько, сколько у меня, а третьи, что минимум. И вроде бы мне потом, ну вот потому, что мне потом писали, все-таки правильная формула такая, а может быть в этом сериале были в разных сериях по-разному. Это я тоже вполне допускаю. Ну, в общем, так или иначе, окончательное мнение... состояло в том, что надо брать минимум и забирать. То есть вот если вот такая ситуация произошла, то игра переходит в какую игру? В игру, в которой у меня 13, потому что минимум равен 3. Но я угадал четность, поэтому у меня стало 13. А у него стало 7, но он в позиции теперь.
То есть следующий он будет гадать, сколько шариков у меня. И тоже выбирать, сколько зажимать. Вот. И так продолжается до тех пор, пока кто-то не проигрался полностью. И тогда игра заканчивается в пользу, значит, второго. Ну, а этого типа расстреливают там по сериалу, не знаю. Ну вот если бы, например, вот такая была ситуация, 3N и 6, то я не угадал и потерял те же самые три шарика. То есть у меня стало 7, у него стало 13, и позиция при этом у него тоже. То есть позиция по очереди переходит. Ну, игра вполне понятна, правда? Вот, значит, я разобрал один кон игры с точки зрения классической теории игр, с точки зрения концепции равновесия Нэша, разобрал, но вот в комментариях я не увидел, значит, ну, как бы в комментариях я увидел огромный спор о том, действительно ли такие правила, но главного возражения я не увидел. Возражение было такое, что я рассматривал один кон игры, в нем мой выигрыш состоял в том, сколько у меня останется шариков к следующему кону. То есть я выдернул кон игры, понятно, да, из игры. Ну, естественно, вроде как полагая, что всю игру целиком рассмотреть не представляется никакой возможности в силу ее безумной сложности. И вот летом мне написал студент в академии, физтеховский студент, Даниил Руденко, и сказал, что, значит, неправильно я ее решил, ну, именно потому, что совершенно другие стимулы. Тебе не важно, что ты сейчас выиграл 3 или 4 шарика, тебе важно, увеличились ли шансы на окончательную победу. Я говорю, то есть ты хочешь сказать, что ты дерзнул рассмотреть эту игру в полной общности? Он говорит, да, дерзнул и уже решил там для первых нескольких N. Ну, нескольких N — это какая-то странная задержка звука, да? То есть я говорю сюда, а звук через примерно 1/5 секунды появляется в зале. Ну ничего, с этим можно жить. Вот, то есть смотрите, в чем как бы суть? Вот у меня, допустим, ну, вот 20 шариков — это очень сложная игра. Он берет, рассматривает там, что 3 шарика, 4 шарика, 5 шариков. Ну вот, то есть будем подходить к проблеме постепенно, но зато уже рассматривать ее полностью честно. То есть мы будем пытаться решить динамическую игру, найдя в ней стационарное равновесие. Я сейчас говорю непонятные вещи, но к концу лекции эти вещи будут, по крайней мере, понятны. Вы поймете, с какой игрой здесь мы сталкиваемся. А еще мы заодно разберем несколько увлекательных игр, таких как «Лимба», в которую мы сыграем все здесь находящиеся. Все сыграем в «Лимба». И кроме того, мы разберем игру «Пенальти», которую, она такая учебная игра. Я ее никогда еще нигде не разбирал. Я, значит, вчера решил, что она будет очень хорошая тоже игрушка для того, чтобы научить принципам теории игр. Игру «Прятки», которая имела более неприличное название раньше, «Пионеры и водка». Теперь она называется «Прятки», чтобы никого не смущать. Тем более, что и пионеров никаких уже нету в помине, хоть водка, может, и есть. Вот. Так что мы разберем, на самом деле, несколько сюжетов из теории игр, и на этих сюжетах мы, собственно, научимся логике построения теоретической игровой модели и как ее решать. Ну вот давайте немножко поговорим про шарики, а потом мы оставим такой сложный вопрос. О, так, это значит, я написал другим фломастером, который, который, наверное, не стирается. Ну ладно, 20, 20 так 20, что ж поделать. Вот, значит, давайте разберем, вот посмотрим, что происходит. А? Салфетки, да. Антибактериальные. Я догадываюсь, что у нас против бактерий, да? Не, не он, не то. Что-то другое. А, ну вот и не стирает поэтому. Так, ладно, наверное, другие. А, вот салфетки. Так.
Нет, тоже непонятно. Ну ладно. Нет, все-таки этот, видимо... Так, я что-то написал фломастером, который нужно немедленно отсюда устранить. По-моему, вот этим. Давайте... Нет, проверять не будем. Давайте устраним. Все. Значит, этим не будем писать. Вот, значит, как? Проходит взаимодействие. Смотрите, пусть три шарика. Давайте за Е 0, Е 1, Е 2 и Е 3 обозначим просто шансы на победу в случае, если у вас 0 шариков. Ну, в случае, если у вас 0 шариков, какие шансы на победу? Точно! О, хорошо, что я в техническом вузе. Все. С шансами проблем нет. А если у вас 3 шарика? 1. А теперь вопрос. Значит, пусть вот это шансы на победу, находясь в позиции. В позиции — это значит, вы угадываете, а не ваш партнер, противник. В этом случае кто первый скажет, чему равно Е2? Кто сказал? Молодец! Е2 равно единице. Давайте подумаем, почему. Да, дело в том, что зажимать 0 шариков запрещено правилами. Запрещено правилами. А, соответственно, если у вас 2 шарика, и вы в позиции, то против вас играет человек, который зажал 1 шарик. Поэтому, если вы не идиот, вы зажмете 1 шарик и скажете «нечет», и победите. То есть выигрышная стратегия. В случае Е2 есть выигрышная стратегия, поэтому Е2 равно 1. А вот чему равно Е1? Не было правильного ответа еще. Нет, 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 не 50% и не 0, и не 1. Давайте, вот, давайте сейчас я вам объясню. На этом примере будет первое знакомство с теорией игр. Смотрите. Какие стратегии у игроков? На этот раз по 2 у каждого. Я в позиции, у меня 1 шарик, и поэтому зажать я могу, извините, только 1 шарик. Но это я в позиции, значит, я угадываю. Я могу попытаться угадать, что у него нечетное количество шариков, могу попытаться угадать, что у него четное количество шариков. А у него 2 варианта, зажать 1 или 2. Правда? Значит, теперь смотрите. Если я говорю нечетное и угадываю, в какую ситуацию переходит игра? Вот она была вот такая. Вопрос, в какую она перешла? Нет, угадал, но не выиграл. Забрал 1 шар. Правда? Да, у тебя 2, у него 1 и позиция. Вопрос, чему равен ваш выигрыш в этом случае? Чему? Нет, подождите, мы пока не знаем. Насчет 1/3 мы к этому действительно вернемся. Но пока мы этого не знаем. Смотрите, мы только знаем, что игра перешла в фазу, в которой вы находитесь там же, где находился ваш соперник только что. И если мы за Е1 обозначили выигрыш, который мы хотим посчитать, это вероятность победы, то это будет ответ 1 минус Е1. То есть я попаду в ту ситуацию, в которой только что находился мой соперник, а находился он в ситуации 1 минус Е1. Естественно, раз у меня шанс Е1 выиграть, у него 1 минус Е1. Я еще не знаю, чему равен Е1. Это предстоит понять. Давайте попробуем это понять. Следующий шаг. Вот я говорю, 1 нечет, а у него 2 шарика зажато. Выигрыш? 0. Я проиграл свой последний шарик. Если я попытался сказать что-то, а у него был 1 шарик, я тоже проиграл свой последний шарик. Правда? А здесь что произошло? Опять 1 минус Е1. Вот. Теперь внимание.
Игра выглядит абсолютно симметричной. В двух случаях я получаю 1 минус я 1, в двух случаях я получаю 0. Как мне понять из этого, чему равно е1? Как мне понять вот в этой игре, что будет происходить? Смотрите, если я сейчас исхожу из некоторой концепции, которую сейчас хочу, чтобы все ее поняли. Но если кто сразу не поймет эту концепцию, вы ее поймете в течение лекции еще 250 раз. Ну или, по крайней мере, 3 или 4 раза. Мы к ней точно вернемся. Значит, это идея смешанной стратегии поведения, которая при этом дает устойчивый прогноз. То есть то, что на самом деле, вот, что такое равновесие Нэша? Это прогноз на поведение участников, который может самореализоваться. Давайте подумаем, какой здесь прогноз может самореализоваться. Ну, например, если я говорю, прогноз такой. В любой подобной ситуации я зажимаю, второй зажимает один шарик, а не два, а я говорю нечет. Это правильный прогноз или нет? Это не может быть правильный прогноз, потому что если я говорю нечет, то второму невыгодно зажимать один шарик. То есть если он подглядел в мою стратегию, подглядел, да? Где там моя стратегия? Он подглядел в нее, то оптимальным ответом на эту самую мою стратегию является не один шарик зажимать, а два. Согласны, да? Но если он, как бы, если мы пытаемся дать прогноз, что он зажимает два шарика, тогда мой оптимальный ответ какой? Один чья, то есть, ну, один-то в любом случае я зажимаю, но я говорю чья, да, я угадываю, да? Опять, это тоже не прогноз, потому что если я говорю чья, то он переключится на один. Получается такое круговое. Бег по кругу характерный для неравновесных состояний. Мы говорим, что это неравновесный прогноз, потому что он не самооправдывающийся. Если я скормлю эти стратегии игрокам, вот первому тебе вот такую, второму, значит, такую. Если они узнают об этих стратегиях, у них будет стимул менять эти стратегии. А в чем же тогда должен выглядеть самооправдывающийся прогноз в этой ситуации? Конечно, в данной ситуации, все, что мы можем, наверное, предсказать, это что наугад будет использовано с одинаковыми шансами. Первая и вторая стратегия. Монетка. Монетку подбросил. Выпало так, говорю, нечет. Выпало так, говорю, чет. Второй тоже монетку подбрасывает. Выпало так, один шарик зажимает. Выпало так, два шарика. И фактически человек сам не знает своего окончательного хода до розыгрыша вот этой лотереи, но стратегия его — это сама лотерея. Поняли суть, да? Стратегия — это лотерея. И мы говорим, что набор двух лотерей, 50 на 50 тут, 50 на 50 тут, действительно самоподдерживающийся. Почему? Да потому что если он ожидает, что я подбрасываю монетку, то он в этом случае, в половине случаев, значит, проиграет шарик. И в этом случае, в половине случаев, проиграет шарик. И ему все равно, один или два шарика зажимать. Он проигрывает одинаковое количество, ну, в среднем. Мат ожидания, говоря языком теории вероятности, будет одинаковое его проигрыша. Поэтому он в этом случае готов использовать любую лотерею, которую мы ему подсунем. Но мы ему подсунем ту же самую лотерею 50 на 50, потому что если мы подсунем ему именно 50 на 50, то у меня возникнет совершенная, как это сказать, индифферентность между моими двумя стратегиями. Да? Совершенное безразличие. Мне будет неважно, нечет угадывать или чет. В обоих случаях я в среднем выиграю как раз половину. Ну и сколько я в результате выигрываю? Вот, например, ну давайте, 50% тут, 50% тут — это наш прогноз. И он является единственным, как мы говорим, равновесным по Нэшу прогнозом в этой простой игре. Чему равен мой выигрыш? 1 минус Е1 пополам, правда? То есть независимо от того, как я действую, если тот зажимает 1 и 2 шарика с равными вероятностями, то говоря нечетное, я в половине случаев выигрываю. И четное тоже в половине случаев выигрываю. Я в половине просто проигрываю сразу. Но тогда смотрите, что получается. 1 минус Е1 пополам — это мой ожидаемый выигрыш в этой игре. А как мы его обозначили? Отлично! Получается уравнение одно с одним неизвестным. И ответ был где-то там оглашен. 1/3.
То есть на самом деле игру с тремя шариками мы полностью решили. Ну, осталось всего ничего, правда, до 20 вот шариков, да, дойти. Решить с четырьмя, с пятью, с шестью, придумать общую схему и решить до 20. Ну, дальше мы с этим парнем Данилой пару раз встретились, поговорили. Я принял его позицию, что нет смысла как бы выискать равновесие в коновой игре, когда нужно искать именно динамическое... Что такое? Угу. Вот. Значит, я ситуацию для четырех и пяти чуть позже выпишу. И четыре, и пять решаются. Шесть. Он утверждает, что умеет решать всегда, когда шариков 4n плюс 2 вообще. Ну, это интересное утверждение, я потом буду еще его проверять. Но мы сейчас активно работаем в интернете, как-то не видно, видны какие-то эти самые, видны в интернете следы каких-то компьютерных моделирований, непонятно на чем основанных. Понимаете, когда есть теоретическо-игровая задача, а человек моделирует, что кто-то как-то работает вот с такими вероятностями, где-нибудь там, например, скошенные вероятности, а он пишет, ну, 50 на 50 раз две стратегии, да? И все, сразу дальше можно не читать. То есть анализ должен быть именно с точки зрения теории игр. Если там получается безумно сложное уравнение, это наша проблема, но решать надо именно их. Не надо подсовывать другую задачу, которая проще решаема, но к исходной игре отношения не имеет. Очевидно, что вот мы, ну, как бы моделирование ситуации полностью адекватно этой ситуации, что нам нужно выписать ряд вот этих чисел и находить их друг через друга. Вот в первом случае это очень просто, это всего одно уравнение с одной неизвестной. Ну а теперь мы на некоторое довольно долгое время покидаем кальмары. Ну давайте оставим на этой доске и что-то здесь поразбираем. И вообще более близко познакомимся, более фамильярно с теорией игр. Итак, вы пришли в казино. Стандартный пример, я всегда его рассказываю, сейчас расскажу вам. Наверняка довольно много народа уже видели и знают. Вы пришли в казино, и вам продают билеты на беспроигрышную лотерею. Вот так вот, на беспроигрышную лотерею. А выглядит эта беспроигрышная лотерея так. Проводящий эту лотерею, он значит, показывает орел или решку, то есть зажимает монетку на орлом или решкой. А вы пытаетесь угадать. Вот получается такая табличка. Если угадали решку, молодец, 1000 рублей выиграли. Если не угадали, извините, она беспроигрышная лотерея. Ну, в данном случае будет и безвыигрышная. А если вы угадали орла, то 2000 рублей. Вот такая лотерея. Он ее проводит, и он же продает на нее билеты. Вопрос. Какова справедливая цена этой лотереи? Ну как же ноль? Вы же иногда выигрываете. Во, отличная версия. Смотрите. Суперверсия. 750. Почему? Давайте поймем логику. Мы же только что решили задачу. Там было 50 на 50, да? Правильно? Вот смотрите. Он подбрасывает монету. 50 на 50. Решка или орел. Я угадываю. 50 на 50. Решка и орел тоже фактически подбрасываю. Вот у меня шансы. Тут одна четверть, тут одна четверть, тут одна четверть, тут одна четверть. Одна четверть от 1000 плюс одна четверть от 2000 получается 750 рублей. Вот. А он вам еще и скидочку сделает. Будете брать за 740? Будете? Конечно, есть подвох. Иначе зачем об этом было говорить? Иначе это была такая же игра, как предыдущие шарики для трех. Как ни странно, эта игра сложнее, чем шарики для трех. Представляете, вот эта игра сложнее. Хотя вроде ничего сложного, да? Зажал монету и угадывает. Но нет, 740 — это надувательство. И сейчас я вам это докажу. Значит, как же я буду это доказывать? А давайте поймем, что прогноз 50 на 50 несостоятелен. Он не является теоретико-игровым. Как это понять?
Ну, да, давайте подумаем, да, что выгодно делать. Вот как разрушаются прогнозы? Смотрите, как в теории игр разрушается прогноз? Не будет, потому что если он говорит наугад, орел или решка, 50 на 50, да? То выгодно зажимать решкой или орлом? Ну, тот, кто зажимает, лучше зажимать решкой. Если ты 50, чувствуешь, что будет 50 на 50, то лучше решкой зажимать. 500 будешь проигрывать в среднем, да? А если орел, то 1000 проигрывать в среднем. Но зачем тебе 1000 проигрывать, если можно 500? То есть если ты веришь, что против тебя играет бездушная машина, которая просто подбрасывает эту монету, то тебе неправильно быть бездушной машиной. Тебе правильно быть машиной, которая всегда зажимает решку, потому что ты будешь меньше проигрывать. Та же самая логика наоборот. Да? Если вы угадываете и знаете, что он зажимает всегда, просто подбрасывая монету бездушно, что вы будете угадывать? Орла, потому что орел вам дает 1000 в среднем, а не 500. Да? Вот. Но это означает, понимаете, только одно, что мы дали неправильный прогноз. Точка. Мы дали с вами неправильный прогноз. Так, хорошо, тогда как же выглядит правильный? Кого? Да, давайте решим задачу так. Вот прогноз будет правильный в том случае, если не свалится в цикл опять вот таких взаимных погонь друг за другом, понимаете, да? То есть если не произойдет того, что... Кому-то выгоднее что-то конкретное. Если я даю прогноз на свое поведение так, что для моего противника одна из стратегий строго больше выигрыш дает, чем другая, то этот прогноз быть правильным не может. Потому что он приведет к тому, что тот будет использовать только чистую стратегию. Но понятно, что тогда мы войдем в цикл из чистых стратегий, потому что одно выгодно другое, одно другому другое. Поэтому единственный прогноз, который может быть правильный в этой ситуации, это прогноз, при котором лотерея каждого из этих игроков приводит к безразличию поведения второго. И тогда, в частности, он тоже может использовать ту лотерею между равнозначными для него стратегиями чистыми, при которой мое поведение становится совершенно безразличным. Две лотереи, вызывающие безразличие. Это прогноз. Это и есть равновесие Нэша. Мы можем его зафиксировать и объявить. Давайте, ты будешь вот так делать, ты будешь вот так делать. Тогда ты видишь, что если он так делает, тебе же все равно как. Значит, делай так, как мы тебе говорим. То же самое этот раз делай так, значит, тебе все равно как. Делай, как мы говорим. Ну и тут действительно очень легко посчитать, что если я обозначу за R частоту, частоту, с которой я зажимаю решку, а за 1 минус R частоту, с которой зажимаю орел, то тогда, если он говорит решка, то я проиграю 1000 R. А если он говорит орел, то я проиграю 2000 умножить на хором. Молодцы. И правильный прогноз уравнивает эти позиции. Ну, вот в данной игре 2 на 2 это так. У нас всего две стратегии, и мы видим, что если так не сделать, то мы войдем в порочный цикл, и все. Ну и отсюда R видно, да, чему равно. Да, R равно 2 трети. Вот. То есть на самом деле, и здесь то же самое будет, естественно, мы будем сравнивать те же цифры, только с минусом. Поэтому правильный прогноз игры состоит в том, что каждый из игроков вдвое чаще использует стратегию решка. Это и есть ответ. В этой игре прогноз теоретика игровиков состоит в том, что лотереи каждого из них скошены в два раза. 2/3 решка, 1/3 орел. И у того тоже 2/3 решка, 1/3 орел. Нет, именно так. 2/3 решка, 1/3 орел. Потому что 2/3 от 1000 равно 1/3 от 2000. Ну, просто представьте, вот, допустим, вдвое чаще решка появляется. Тогда, если говорить решку, чаще выиграешь, в два раза чаще выиграешь, но меньше сумму. А если говорить орел, в два раза реже выиграешь, но больше сумму в два раза, да? И все это уравновешивается.
из трех раз ты два раза выигрываешь 1000 или один раз выигрываешь 2000. Уравновешивается, значит, становится все равно, и человек принимает ту лотерею, которую мы ему диктуем. А именно ту, при которой второму все равно. Вот если эта мысль полностью до вас дошла, то, в принципе, знакомство с теорией игр уже совершено. Вот эта вот теория игр в смешанных стратегиях, да, она, в общем, ну, если 2 на 2, там все вот к этому сводится, к этой идее, что нужно искать поведение, при котором, значит, все равно второму игроку, как себя вести. Ну и тогда что мы видим здесь? Чему равен ответ-то? Стоимость лотереи. Ну, 666 только. Меньше 500 она быть не может. То есть мне нужно... Я в 2/3 случаях угадываю 1000 рублей. Или что то же самое, в 1/3 2000 рублей. 666, какой ужас. Да. Но 6 периодов спасает. Ну и вот, соответственно, за 740 это надувательство, видите, да, довольно серьезное надувательство. То есть с каждым коном вас надувают, вас... Но это не выглядит так, что с вас каждый кон берут 70 рублей. Нет, вы то выигрываете 1000, то ничего не выигрываете. То выигрываете 2000, то ничего не выигрываете. Но вот в результате этих цифр вы в 4/3 случаях вы выигрываете 1000, в 1/3 случаях вы выигрываете... Ой, 4/9 вы выигрываете 1000, в 1/9, то есть 4 раза реже, вы выигрываете 2000. Ну а еще 4/9 в сумме составляют случаи, когда вы проигрываете в эту лотерею. И это и есть результат взаимодействия, это и есть то, как будет разыгрываться эта лотерея. Вот. Ну и я не хочу сильно останавливаться на сверхпопулярном в интернете сюжете, который называется «Тюремный пу...» я взял этот опять! Да. «Тюремный покер». Посмотрите и поймите, что вы теперь знаете, как себя вести, если вдруг окажетесь в местах не столь отдаленных. Знаете, как играть на сахар на зоне. Это в интернете очень много. Я не буду сейчас рассказывать. Там замечательная игра. Если вы наберете «Саватеев тюремный покер», то будет сразу миллион вариантов. Хотя его выдумал не я, мне его рассказали. Вот. Ну а мы продолжим наше знакомство с теорией игр. И сейчас произойдет следующее. Вот я сверху написал другим фломастером, поэтому смог стереть. На самом деле, это подсказка, как стереть вот то, да? Сверху написать вот этим, размочить тот фломастер в этом, а этот удалить. О, офигеть. О. Маленькие хитрости. Так, извините. Ой, да, извините. Разбирается постепенно доска. Да, это архитектурное излишество, как говорил, кажется, Никита Сергеевич Хрущев, да? Архитектурное излишество. Ребята, девушки, парни, молодые люди, взрослые, сейчас разыграем одну книгу. Потом скажу, какую. Сейчас мы здесь с вами сыграем в игру, которая называется «Лимбо». Потом ее математически разберем. Она потребует от вас очень немногого. Знаете чего? Маленького-маленького свойства вашей души. Называется честность. Но только предельная честность. Сейчас каждый из вас загадает одно число в диапазоне целых чисел от 0 до чего угодно, ну, так сказать, ну, плюс бесконечности писать нельзя, нет такого числа. В общем, из вот этого множества. Вот. Z плюс. Вот. Можно загадать любое число, не отрицательное, целое.
его надо загадать и перед собой написать. Лучше написать, потому что иногда мозг будет подсказывать нечестные действия, хотя вы сами, конечно, абсолютно честный человек, да? Но мозг будет подсказывать, что надо представить себе, что это было так. Представить, а вдруг это все-таки было так. А я сейчас расскажу, что дальше будет происходить. Значит, происходить будет следующее. Победит тот из вас, тот в зале, у кого будет уникальное число, то есть ни у кого больше не встречающееся, но это еще не все. А какое из них? Правильно! Наименьшее! Мне важно видеть балкон, да. Мне нужно... Балкон тоже нужно видеть. Да. Балкон тоже надо мне видеть. Значит, друзья, смотрите. В такой огромной аудитории... Вот я раньше разыгрывал, не предполагая честность слушателей, хотя я всегда верил, что у меня только честные слушатели. Но я разыгрывал как? Небольшая аудитория была, там, допустим, 100 человек всего, да? Все сдают бумажки с фамилией и числом, и быстро подводится итог. Но бумажки вот на 1000 человек с числом сдать нельзя. Поэтому мы будем предполагать предельную честность. Предельную честность. Вот. Соответственно, сейчас я буду подводить итог в следующем ключе. Пока ничего не делайте, просто послушайте, в каком ключе я буду подводить итог. Я в некоторый момент скажу вам фразу «Поднимите руки все, кто загадал ноль». В этот момент все, кто загадал ноль, поднимут одновременно руки. Как только я увижу или если я увижу, что рук больше одной, ноль вычеркивается. Дальше, если рука будет одна, значит, этот человек победил. Значит, дальше один. Дальше я опять поднимите руку те, кто загадал один. И в этот момент, последний, вот момент, когда я говорю один, да, те, кто загадал один, поднимут руку. Одновременно, спокойно, в эту же секунду. Я огляну зал и увижу. Вот. И так далее, пока мы не наткнемся на уникальное число. Ваши прогнозы, каким оно будет примерно? Ну, в целом это правильно, конечно. Так. Ну ладно, я услышал несколько версий разных из зала. Давайте не буду даже их оглашать, чтобы не портить саму игру. Итак, все готовы? Так, поехали тогда. Итак, начинается игра. Поднимите руки те, кто загадал ноль. Несколько рук вижу. Молодцы. Соответственно, ноль не победила. Поднимите руки те, кто загадал один. Вижу несколько рук. Один не победил. Поднимите руки те, кто загадал два. Две руки уже вижу, остальные не... Да, еще есть несколько. Ну, достаточно. Мне достаточно видеть две руки, вы понимаете, да? Вот. Так. Поднимите руки те, кто загадал три. Вижу две руки. И наверху, да. Поднимите руки те, кто загадал четыре. Довольно много рук. Поднимите руки те, кто загадал пять. Много. Поднимите руки те, кто загадал шесть. Много. Поднимите руки те, кто загадал семь. Несколько. Давайте я дальше просто буду называть, ладно, само число. 8. Много. 9. Несколько. 10. Несколько. Второй раз в жизни это не цифра. Это такое немножко вскрываю некоторые карты. 70 с лишним раз разыгрывалась эта игра в аудиториях. Ну, естественно, не такого размера. И ровно один раз в Красноярске на 350 человек было 11. Итак, 11. Много.
Итак, рекорд поставлен. Рекорд всех розыгрышей, ну, было ожидаемо, естественно, но он поставлен. Так, 12. Много. 13. Несколько. 14. Много. 15. Две есть. Так, уже мало, кстати, пошло. 16. Много. Видимо, степень двойки привлекает. 17. Очень много. А, это же Гауссово число. Это же 17-угольник циркулем и линейкой. Понятно, почему так много народу загадало 17. Так. 18. Несколько. 19. Несколько. Даже много. 20. Выше. Двое, да? Всего двое. Да, чуть-чуть. Так, 21. Много. Очко, конечно. Так. Так. 22. Две есть. Три. 23. Очень много. Простое число. 24. Да. Много. 25. Два есть. Три. 26. Есть много. 27. Две есть. И там, да. И там. 28. Тут я мог и не спрашивать, это совершенное число. Так, опускаем. 29. Несколько. Офигеть. 30. Так, держи. Две, да? Все, две. 30 не прошло. Так, 31. Много. Простое число. 32. Степень двойки полно рук. 33. Несколько. 34. Два есть. Три. 35. Две есть. Все. Вы тоже следите, потому что мне против прожекторов не все видно. Еще есть второй этаж. 36. Много. 37. Есть там и там. 38. Две там, там. 39. Много. 40. А, да, все-таки есть, да. Так. Поднимал, да, 40? Стоп, еще раз 40, ребят, честно. 40, поднимайте. А, раз и два, да. И три, да, и три. Угу. Так. 41. Двое на балконе. 42. Балкон есть, одна рука. Все! А, нет, извините. Прошу прощения, здесь тоже есть, да. Простите, вот. Извините. Блин, да. Так. Ну ладно. 43. Много. Простое. 44. Две есть. 45. О, и тут тоже, да. 46. Две есть. 47. Несколько. Простое. 48. Отсутствует!
Так. 49. А, и на балконе тоже. Так. 50. Ровно 50. 2. 51. Несколько. 52. Очень много. 53. Много. 54. Две есть, да. 55. Две. 56. Две. 57. Ну, тут понятно, 57-я школа, без шансов. Очень много, да. Ну, по крайней мере, три есть, да. Так. 58. Двое. 59. Так. Так. А, это тоже 59, да? 59, двое. 60. Так. Все. 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 Есть. На сцену! На сцену! Вот. А теперь, внимание, на сцену сейчас я приглашу еще одного человека. Дело в том, что мы разыгрывали книжку... там лестница, да, была? Поздравляю! Мы разыгрывали книжку, которая называется «Занимательная экономика от А до Я. Теория экономических механизмов». А это ее второй автор! Александр Юрьевич Филатов. Саня! Все, поздравляем. Поздравляем. Да? Ура! Подписываем прямо на месте. Оба, оба. Оба автора сейчас подпишут. Как зовут? Ксения. 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 Психологии гению. Рифма получится. Ксения, психологии гению. За... победу в лимбо на 1000 участников. Асав и Александр Филатов, второй автор, ставит свою подпись. Вот так вот, поздравляем! Невероятно. Ну и, конечно, полный фурор, что у нас 60. Да, обычно, надо сказать, что... Даже вот Красноярский выиграл число 11 на 350 человек. И, как правило, в аудиториях в пределах там 200 человек, ну то есть не как правило во всех остальных случаях, выигрывала какая-то цифра. В нашей ситуации действительно впервые разыграно в такой огромной аудитории. Значит, смотрите, здесь было число 49, не названное никем. Ой, 48, да. Вот такое вот замечательное число, 48, не названное никем. Под ним все числа были названы по много раз. А над ним несколько чисел тоже много раз. И было названо число 61 раз, оно было победным. Теперь, внимание, проверка на равновесность по Нэшу розыгрыша. Я сейчас еще раз поясню, что такое равновесие по Нэшу. Это означает, что всем игрокам доступная информация становится о стратегиях всех остальных игроков. То есть вот каждому по очереди тестируем. Вот я раз вот к Александру Юрьевичу, да, к Саше Филатову подхожу и шепчу ему на ухо. Я знаю, какие у них всех стратегии. Вот тебе вся информация, вся. И если Александр Юрьевич может извлечь из этого пользу, то есть победить, вот до этого не побеждал, а теперь смог победить, то мы говорим, что раскладка неравновесная по Нэшу. Но не только, конечно, Александр Юрьевич. Если кому-нибудь из вас оказалась полезной информация о ходах других игроков, хоть кому-нибудь из вас, то мы говорим, что эта ситуация не является равновесной по Нэшу. Например, вот эта ситуация не является равновесной по Нэшу, потому что достаточно кому-то выше 48 шепнуть, что 48 не представлено, кроме победителя, да?
Вот сколько человек больше 60 назвало? Поднимите руки, кто? Довольно много, довольно много. Вот любой из вас, получив этот сигнал, заменяет свое число на 48 и побеждает. То есть если гномик пришел к тому, кто назвал больше, чем 60, и даже больше, чем 48 на самом деле, то есть можно прийти к тому, кто назвал 51, 52, да, раз прыгнул в 48 и победил. Вот тем, кто снизу, гномик не поможет. Потому что, ну, как бы это сказать? А, стоп, может помочь, может. Вот, например, я не помню, 28 много раз встретилось, правда? Вот тот, кто загадал 28, он берет и меняет на 48. А этих остается двое. То есть информация поможет тем, кто снизу, если больше двух. А вот если два, например, какие-то числа были по два ровно, да? Вот если ровно два человека, то сообщить одному из них о том, что 48 пустует, да? Ну вообще о том, что происходит, весь расклад. Что он может сделать? Он снимается со своей позиции и что? Дает победу второму, кто там стоит, да? То есть нет смысла менять, если вам сообщили, и вас ровно двое с таким числом. Вот. Но вот, тем не менее, в нашей ситуации есть такие люди, которые извлекут из этого пользу. Ну и вопрос следующий. Как же выглядят ситуации равновесные? Тут 20, кстати, все еще не стирается, но ничего. Как? А, у меня же нормальная тряпка была, вот такая, да? Вот, давайте поймем, как в лимбо выглядят равновесные ситуации. О, тут еще и засыхает. Да. Водой ее. Пока давайте подумаем, вот как бы выглядело равновесие какое-нибудь. Ну, я давайте скажу. Просто если, например, 48 тоже несколько человек. Вот, то есть все внизу до 60, все заняты по два или более раза. А после 60 не имеет значения как. То есть 60 победило число. Все числа до 60 у нас заняты по 2 или 3 или большее количество раз. И тогда к кому ни приди, ну что он скажет, да, ну я могу поменять, ну я могу испортить жизнь тому, кто 60 назвал, да. Но от этого я не выиграю. Если я назову 60, я буду уже второй, кто назвал 60. А выигрывает единственный только, если будет единственный. Вот. Так что, если у нас ситуация такова. Так, что внизу все пласты заняты, потом идет победитель, а потом как угодно, все пласты заняты по 2 и более, то это равновесие Нэша. Есть ли еще какие-нибудь равновесия Нэша? Давайте подумаем. Вот. О, а знал или угадал сейчас? Молодец, это очень круто. Это совершенно такое неожиданное равновесие для четного числа участников. Если четное число участников, то равновесием служит невероятно, естественно, при розыгрыше, ну, в реальном розыгрыше, невероятная ситуация, когда каждая позиция ровно по два раза. 0, 1, 2, 3, 4, 5 и так далее до К пополам, где, ну, К минус... К-1 пополам, да, где К у нас участников. Вот. Вот такие идут. Башенка такая. И больше ничего нет. Смотрите, никто не победил. Равновесие наше, где никто не победил. А могло ли быть, что в нашей аудитории, например, никто бы не победил? Мало, могло, в принципе, но маловероятно, да? То есть нужно было представить себе, что никто не загадал каких-нибудь безумных чисел, не знаю. Всегда кто-то находится, кто загадывает больше миллиона. Поднимите руку, кто здесь загадал больше миллиона. Вон. Вон. Видите, да? Всегда находятся люди, которые ищут заведомо уникальное число и уповают на то, что все остальные назовут какие-нибудь обычные числа и все. То есть главное попасть в уникальное, и чтобы оно было абсолютно единственным. Тогда неважно, какого оно размера. Потому что минимум во множестве из одного элемента всегда равен ему самому. Вот. Но так как, значит, всегда есть такие люди, то всегда есть и победивший либо кто-то из них, либо с меньшим числом, потому что в непустом множестве элементов всегда есть минимальный. В непустом множестве неотрицательных целых чисел. Принцип Цермела, да? Вот. Так что равновесие
ну, значит, то, что будет разыграно равновесие или нет, как мы видели, иногда может разыграно быть неравновесие. Когда как? На самом деле интересно, что половине, наверное, случаев розыгрыша было разыграно равновесие, а половине неравновесие. Их очень много разных равновесий, поэтому как бы бывает и так, и так. Но есть еще одно уникальное равновесие для нечетного числа игроков. Это любое число где-то сильно выше, не сразу за ним, иначе оно попадет в предыдущую схему, а сильно выше, ну, выше на какое-то количество. И до этого вот эти вот парные все. То есть все заняли попарно, и один назвал что-то очень большое. Это равновесие, потому что, опять же, никому из тех, кто попарно, информация ничего не даст. Если он снимется со своего насеста, то он сделает победителем второго игрока. Вот. Вот такая вот была задача дана в 2002 году на экзамене по теории игр в Российской экономической школе. Я тогда был профессором, я еще никаким профессором не был, я просто вел лекции. Вот. И еще вел лекции Владимир Иванович Данилов, мой учитель по теории игр. И мы дали вот эту задачу, и всего 5 человек нашли вот эти два равновесия. Ну вообще все равновесия описали только 5 человек. А еще у нас был розыгрыш этой игры в Лимбо, розыгрыш. И он, значит, гарантировал плюс 5 очков из 100 победителю. То есть победитель мог, как сказать, прибавить к результату 5 очков. Победила девушка с числом 0. Вот так просто. Просто 0. 80 человек. Ни один не написал 0, кроме девушки, которая написала 0. У нее было 27 баллов из 100, а стало 32. А граница тройки где была? 30. Круто, да? Вот так вот, такая ситуация была. То есть она себе вот этой победой вырвала троечку с минусом на экзамене. Ну что ж, психология тоже серьезная штука. Можно за нее и тройку поставить. Так, ну что, давайте еще одну игру разберем, которая тоже очень хорошо объясняет, что происходит. Вот вообще, какая логика у теоретических игровиков. Игра называется «Пенальти». «Пенальти». Игра бьющего пенальти, забивающего, и вратаря. У каждого есть 3 стратегии в соответствии с воротами. У вратаря нагло остаться на месте, прыгнуть влево или прыгнуть вправо. У бьющего то же самое. Он, соответственно, целится в левый, целится в правый или бьет по центру. Это условно. Естественно, там есть тонкости, там непрерывный параметр, конечно, этих величин. Но это будет как бы слишком сложно. В первом приближении вполне нормально. То есть куда будешь пытаться бить? Там влево? Сейчас подумаю, да? Может, по центру пробью, обману его. То есть там как бы вот это вот три варианта. Это очень часто. Ну и получается игра 3-3, которую можно смоделировать и посмотреть, какие получаются выигрыши, просто ради, так сказать, упражнения по теории игр. Вот давайте посмотрим. Итак, это бьющий, а это вратарь. Бьющий, это вратарь. Лево, центр, право. Лево, прыгать влево, стоять нагло по центру и прыгать направо. Теперь я заполняю вероятности, исходя из своего опыта, вратаря, да. Я играл в 2005-2006 году, я играл в сборной медицинского вуза города Лювен-Ля-Нёв в Бельгии. Я был у них вратарем. А все остальные игроки были, как нынче говорят, афроамериканцы. Такие, как черные, как смоль, из стран типа Кения, там, ну вот из центральной, это сам Камерун, из Центральной Африки. И очень прикольно было, когда я взял эту самую, взял карту на год за 30 евро, я тогда был на постдоке после защиты диссертации. Я взял карту на 30 евро на, как бы, на весь спорт, весь год. Ну, кроме альпинизма, там он за отдельные деньги был. Вот. А остальное можно было по этой карте. Бегать днем, там пробежки, туда-сюда, футбол ходить. Я говорю, я еще хочу в футбол играть. Они что-то переглядываются между собой. Ну, можно, в принципе. Я говорю, что такое? Ну, можно. Ну, мы, правда, не ходим. Ну, можно. Что за фигня? Ну, что можно-то? Если можно, что не ходите? Прихожу, там все негры, все до единого играют. Ну, отлично, я говорю, мужики, можно с вами поиграть, да, в футбол?
Да, можно. Начали играть, а в поле невозможно обвести никого, ни одного человека. Не то, что никаких шансов нет никогда, ни в какой ситуации. А потом смотрю, один, значит, бьет по воротам и из середины поля гол забивает. В ворота размера 2 метра. Я говорю, слушайте, а можно я постою чуть-чуть? Ну вот так и постоял. Вот. И стал играть, значит, в этой сборной. Мы дошли до финала страны Бельгия среди медвузов. И в финале я проиграл по пенальти. Поэтому эта игра мне особо близка. Я, да, стоял на воротах. Я могу вам сказать, с полной гарантией, что вот здесь стоит ноль для бьющего. Если бьющий пытается вас обмануть и бьет по центру, и вы находитесь в центре, вы берете мяч с вероятностью 1. То есть бьющий получает выигрыш 0. Будем за бьющего, да, писать выигрыши. Дальше. Если я прыгнул влево, и он целится влево, простите, к сожалению, есть некоторая вероятность, что он все-таки забьет. Это зависит от мастерства вратаря и от силы удара бьющего. Вот. Ну и будем считать, что тут нету никакой... Бывают косые вратари, они только в одну сторону летают. Но будем, значит, считать, что вратарь не косой, и бьющий тоже такой симметричный, в принципе. Про бьющих это вообще довольно жесткое предположение. Но все это можно пересчитать для произвольных цифр, совершенно так же, как я сейчас пересчитываю для упрощенных. То есть... Есть некоторое число альфа, меньшее нуля, но не сильно, ой, большее нуля, но не сильно, которое задает вероятность того, что вы все-таки пробьете его, даже если он прыгнул влево, и вы ударили влево. Так, теперь вот, значит, есть еще одно. Это когда вы ударили влево, а он остался в центре. Я очень огорчу всех вратарей. Здесь стоит единица. То есть уже как бы, если вы остались в центре, а он пробил влево, вы уже не допрыгнете. Это уже как бы ваше решение, оно уже не изменилось. Чуть-чуть туда, максимум туда. Блин, зараза. Ну, понятно, да? То есть это как бы один. Вот. Также, если вы остались в центре, вы как бы... То есть центр — это такая интересная стратегия. Это стратегия на этого, на как бы на то, что он лоханется, да? Он как бы на поймать его на психологии. Вот он взял и... это самое, решил вас обмануть, вы будете прыгать, он пробил центр, да, раз и все, и взял мяч. То есть центральная вот так выглядит. Дальше. Если бьющий бьет по центру, а вы прыгаете налево, что это такое? Правильно, нога Бога. Это Акинфеев в матче с Испанией. Такое случается. Можно не забить. Поэтому бета, конечно, близка к единице, но ей не равна. Она сильно больше альфы, но она не равна единице. Можно не забить, если ты бьешь по центру, а он прыгнул налево. Ну, и если ты бьешь по центру, а он прыгнул направо, то ситуация совершенно аналогичная. В принципе, можно не забить. Вот, но это на самом деле высокие вероятности. То есть здесь такая строка, видите, почти один, ноль и почти один. То есть... Но это если вы верите, что он вас не будет, это самое. Да? То есть тут начинается вот эта классическая игра. Вот кто что делает, вот что он сделает, да, как вы останетесь. Ну и остались две клеточки, которые чем мы заполняем? Конечно, если он прыгает вправо, вы бьете влево, или если он прыгает влево, вы бьете вправо, здесь однозначный 100% гол. Вот. Вот такая довольно естественная игра, параметрическая игра. То есть здесь можно вычислить сейчас равновесие при разных альфа и бета и посмотреть, что происходит. Значит, теперь я... Есть. Ну, в соответствующем столбе ничего нет интересного. Поэтому как бы... Ну, как бы я неправильно сказал. Она есть в любом из этих трех вариантов. То есть это вероятность промаха, да. Ну, действительно, если он бьет... вправо, вратарь летит влево, а он не попал по воротам, да? В принципе, есть вероятность, что он не попал. Но давайте считать, что таких все-таки очень уж мало. Таких бьющих, может быть, почти нет. В общем, этим пренебрежем. Итак, вот как мы как бы, смотрите, да, как мы теперь подходим к этой игре? Мы уже знаем, да, чего мы ищем. Мы ищем вероятностного распределения. То есть мы ищем лотерею. С какими шансами... Человек, который бьет, будет бить туда, туда и туда. И с какими шансами человек, который прыгает, будет прыгать туда или туда?
или, соответственно, стоять на месте. И мы ищем эти числа, наверное, после всего, что мы до сих пор изучили, должно быть понятно, что мы сейчас будем искать. Мы будем искать ситуацию, в которой что? Безразлично моему оппоненту. То есть я ищу вероятности, будем искать в силу симметрии этой всей игры, мы будем считать, что вероятность бить влево и вправо будет одинаковой и по центру еще какой-то. То есть фактически здесь заложен... Так, наверное, зеленый виден или нет? Виден не очень хорошо. Да, лучше красный. Значит, у нас 2х плюс y равно 1. Ну, то есть фактически мы говорим, что вероятность сюда x, сюда 1 минус 2x. И то же самое здесь. Давайте t, t и 1 минус 2t. И мы хотим найти их таким образом, что если мне вратарю кто-то подсказал, чему равно x, да? То есть мне сказали, смотри, он там с вероятностью 0,2 влево бьет, с вероятностью 0,2 вправо, и с вероятностью 0,6 он по центру. И я, прикинув это в голове, говорю, блин, ну мне пофиг тогда, что делать, да? Мне пофиг. И тут человек тот же, да, тот же голос говорит, ну если тебе пофиг, сделай так, чтобы ему было пофиг. Понятно, да? Принцип теории игр в работе. Тогда сделай так, что вот с вероятностью t ты прыгаешь налево, с вероятностью t ты прыгаешь направо, и с вероятностью 1 минус 2t ты остаешься на месте. В этом случае ему тоже будет все равно бить тебе влево, бить тебе вправо или остаться на месте. И тогда он как раз воспользуется вероятностью вот этой x, x и 1 минус 2x. И вот мы ищем уравнение, да, чтобы так произошло. Мы просто должны выписать уравнение. Давайте посмотрим, чему они, значит, эти уравнения, как они будут устроены. Но так как я уже все к одному параметру свел, то все совсем будет просто у нас. Этот, ну, как бы в каждом случае к одному параметру. И будет некоторое соотношение на альфа и бета. Вот я хочу обратить внимание на то, какие они будут. И там возникнет некоторый маленький казус. Так, поехали. Ну, начнем с бьющего. Ему должно быть все равно. Если он бьет в левый край, то с вероятностью t он забивает с вероятностью альфа. Правда, да? То есть с вероятностью t тот сиганет тоже влево, и тогда он, скорее всего, поймает, но все-таки малюсенькая вероятность альфа остается, что я забью. Дальше. С вероятностью 1 минус t, 1 минус 2t, извините, я забью гарантированно. И еще с вероятностью t я забью, что называется, еще более гарантированно. Ну, в общем, забью, да. И вот это выражение здесь будет, когда я буду правое проверять, будет ровно такое же, правда? В точности такое же. Поэтому сравнить его надо с ситуацией, когда я бью по центру. Что происходит, когда я бью по центру? Вот 0, если он остался в центре, и по бете, если он туда или туда, поэтому накопится 2t умножить на бета. То есть вероятность 2t, что он не остался в центре. И в обоих случаях тогда мы вкатили гол с вероятностью бета. И в том, и в другом. Получается вот такое уравнение на t. Вот. Ну и что оно нам дает? Что оно нам дает? Давайте посмотрим на то, что оно нам дает. Значит, t альфа плюс 1 минус t, да, равно 2t бета. Так, значит, все туда. 1 равно t умножить на 2 бета минус альфа плюс 1. Точно, да? Правильно? Что? Нет, здесь t, потому что я хочу узнать, когда мне все равно бить влево, по центру или направо. Это регулируется именно буквой t, потому что потом, если мне будет все равно, вот эти три стратегии, какую из них использовать, мне уже продиктует, что ну хорошо, раз тебе все равно, тогда возьми тот x, при котором будет все равно вратарю. Поэтому в данном случае мы пишем уравнение на t, при котором бьющему будет все равно. Ну вот получается t альфа плюс 1 минус t
равно 2t умножить на бета. Вот. То есть, правильно, да, я все тут ввел? Получается, t равно 1 делить на 1 плюс 2 бета минус альфа, да? Так? Правильно все? Хорошо, да. Это логично, бета больше альфа, поэтому здесь, естественно, никакого нуля, ничего, тут даже больше единицы будет на самом деле знаменатель. Осталось найти 1 минус 2t, то есть вот это вот центральное, да, вероятность остаться в центре. 1 минус 2t, что это такое? Это, соответственно, 1 плюс 2 бета минус альфа минус 2 делить на 1 плюс 2 бета минус альфа, да? Что это такое? Это 2 бета минус альфа минус 1 делить на 1 плюс 2 бета минус альфа. И это будет 1 минус 2t. Давайте я теперь подставлю какие-нибудь конкретные. Ну вот давайте в качестве упражнения. У меня будет, кстати, несколько на дом упражнений сегодня. И одно из упражнений, которое я вам дам, это посчитать на x уравнение. Там все будет совершенно очевидно и понятно. А вот на t довольно интересно. Смотрите. Итак, мы прогнозируем, что в зависимости от альфа и бета будут вот такие вероятности, с которыми действует вратарь. Три вероятности, две из которых равны вот так. А третья, соответственно, равна 2 бета минус альфа минус 1 делить на 1 плюс 2 бета минус альфа. Ну и давайте, вот как бы если кто еще не чувствует подвоха, то вы сейчас его почувствуете. Ну начнем с простого случая. Бета равно 0,8. Альфа равно 0,2. Что это такое? Ну, совершенно разумная ситуация. Если ты прыгаешь влево, то забить можно, но редко. Если ты по центру, значит, бьешь, а он прыгает влево, то отбить можно, но тоже редко. Так, тогда что у нас тут происходит? Значит, происходит 0,8, дважды 0,8, 1,6, 1,4, 2,4, ну, типа 1 на 2,4, да, 1 на 2,4. И что у нас тут остается? Значит, 1,6, 1,4, 0,4 на 2,4. Ну, мы видим какие-то вполне содержательные цифры, правда? Вполне содержательные цифры, предсказывающие в этом случае поведение вратаря. То есть он очень редко в одной, значит, собственно, шестой всех случаев он остается в центре. То есть вот так вот, как бы, вот так нахрапом, да, брать пенальти, оставшись в центре, пытаться, он будет делать редко в одной шестой случае. А остальные, соответственно, раскидываются между вот этими двумя и где-то по чуть меньше половине он прыгает налево и направо. А вот теперь внимание, пусть у меня вратарь, как бы это сказать? Ну, не вратарь, а этот, бьющий, мазила. Вот кто-то там сказал про удар мимо, да? Удар мимо, в принципе, да, была версия, правда, удара мимо, да. Ну вот смотрите, пусть вот здесь вот как-то, вот он бьет по центру, но вот что-то он все время выше ворот бьет, зараза такая, да? Не может забить. Вот бета будет, например, 0,4, да? А альфа 0,2. Ну вот такой врат, так себе этот. Так себе, товарищ бьющий. Тогда давайте посмотрим, что написано наверху. Вот это число чему равно? Чувствуете, да, что-то не то? Минус 0,4 делить на там что-нибудь. На что-нибудь вполне положительное. Внимание! Это что-то должно обозначать. В теории игр нет ничего просто так. Вот давайте думать. Мы искали довольно разумное равновесие, правда? Мы искали равновесие, в котором, ну, естественно, люди будут стратегии свои как-то смешивать. Они не будут играть одинаково, правда? Они будут смешивать стратегии. Потому что если бы они всегда одно и то же делали, если бы у нас был такой левый вратарь, он всегда прыгает налево, и все. Ну придет любой, значит, из вас и забьет ему направо. Да, правильно? Ну, то же самое, если там забивающий всегда бьет в одну и ту же точку. Понятно, что это самое. Значит, мы ищем, соответственно, мы ищем какие-то смешанные стратегии. И мы вдруг приходим к противоречию. Значит, что-то где-то мы ошиблись, но не заметили.
Давайте поймем этот момент. Какие будут гипотезы? Бывают. Вполне. Может быть, вратарь, который туда, в общем, это ничему не противоречащие числа, и уж точно, как сказать, может быть, они в жизни там не очень часто встречаются, это уж я не знаю. Но в любом, я бы сказал, что и в жизни они вполне нормальны, вот как в моей вратарской жизни. Да. Нет, мы предположили только симметричность, что он бьет влево и вправо одинаковой вероятностью. Миша! Михаил Алексеевич Саватеев правильно сказал. Присутствует мой старший сын, второй курс физтеха. Вот. Правильно! Это означает, что центральной стратегии у вратаря нет. Это приводит к противоречию, да? С предположением, что он использует все три свои стратегии. Но это не противоречит общей картине. Он не будет всегда прыгать влево или всегда прыгать вправо. Он будет 50 на 50 прыгать влево и вправо. И это ответ. После этого очень легко досчитать все равновесие, вы сами это легко сделаете. То есть при некоторых условиях невыгодно оставаться в центре в принципе, а надо 50 на 50 рандомизировать прыжки. А вот этот тут будут всегда положительные числа, вы можете это вычислить. То есть мы нашли очень хитрое равновесие. Оно не в чистых стратегиях, но и не в полностью смешанных. То есть некоторые стратегии не используются, потому как несут меньший выигрыш, чем оставшиеся, которые используются, их больше одной. И они несут, конечно, одинаковый выигрыш. Мы не можем прогнозировать, что кто-то использует смесь стратегий, дающих разный выигрыш. Это не бывает, это не теория игр. Но третья стратегия не используется, потому что дает меньше выигрыш. У нее вероятность 0, у этих 2 положительная. То есть игра фактически вот в этом идейном плане свелась к игре 2 на 3. Вот, это очень важный прием, который очень часто используется. И так, сейчас я разберу игру, которую назову «Прятки». Изначально ее формулировка была «Пионеры и водка». Но давайте так, давайте назовем ее «Пионеры и кефир». Хорошо? Вот давайте ее назовем «Пионеры и кефир». Тогда можно разобрать. Итак, есть какой-то лагерь детский. Детский лагерь. И есть запрещенный напиток. Да, вон, показывает. Но почему-то прозрачный кефир. Это очень интересно. Интересный какой кефир, да? Молоко. Но прозрачное, да. Ну вот такое примерно прозрачное молоко запрещено к употреблению в детском лагере. Ну и вот, значит, есть ситуация, что пионер-вожатый следит за порядком, как и должен, естественно, да? Но следит, но ему, конечно, донесли, доносчику, конечно, первый кнут, но ему, конечно, донесли, что вот есть такая ситуация, некоторая группа пионеров собирается выпить кефир. А у него окончание лагеря, последний день, костер торжественный, ему можно отлучиться только один раз. Секете? Один раз. Но он все знает. Он знает, что они могут прятаться в одном из четырех мест. Первое место за ближайшей елкой, назовем его А. Второе место под лестницей корпуса Б. Третье место на чердаке С. А четвертое за 500 метров от костра, в самой глубине, где-то там в ямке, в лесу, где часто стоят КП на ориентированиях. Яма в лесу. У меня всегда это... А кто за ориентированием занимается? Поднимите руку. Помните КП? Яма в лесу. Сиди, ищи. Иди бегай по всему лесу. Ищи яму в лесу. Это офигенное КП. Я когда Рогейном, участвую в Рогейнах, я ямы в лесу всегда пропускаю. Я их не в свой маршрут не вношу. Потому что самое обидное, когда ты приехал на местность, ты знаешь, что это буквально 100 метров от тебя. Ну, не нашел и дальше побежал. Поэтому ямы в лесу нет. Ну вот, а тут, значит, яма в лесу. И, соответственно, это наши пионеры замечательные. Им абсолютно все равно, где прятаться. У них костра нет. Поэтому для них это равноценные события. А вот товарищ вожатый, он несет издержки, да, в том, что у костра может начаться какое-то безобразие. То есть он погнался за пионерами, а у костра что-то началось.
Что-то не то началось. Вот. И он поэтому, ему предпочтительнее, как бы, ну, чтобы они где-то ближе были. Да, он, ну, желательно, чтобы ближе были. Но если он их нашел, это покроет все издержки. Он станет, он покроется славой. Поймал, да? В общем, у нас выигрыши будут такие. А если он их накрыл, то пионеры наши несут 5 единиц, значит, 5 лет следующих он их не сможет пригласить никуда. То есть если вот так вот будет, минус 5, минус 5, минус 5. А у него, казалось бы, надо написать плюс 5, но не совсем, потому что вот на этот поход ушли некоторые его силы. Поэтому если недалеко он их нашел, 4, чуть дальше 3, еще дальше 2, а тут и вообще 1, но все-таки со знаком плюс. То есть ему, конечно, выгодно их искать. Да, ну, как сказать, неправильно я сказал. Ему выгодно их найти. Значит, если он их не нашел, то он просто так понес соответствующие издержки. А у них все отлично. У них выигрыш как бы по нулям. Ну, в смысле, ну, как бы мы будем считать, что ноль — это значит, они победили. Тут вопрос нумерации, как бы, ну, приведения к какому-то общему всего началу отсчета. А у него вот здесь везде будет, раз он пошел вместо А искать, ну, вот эту единичку он уже потерял. Вот эту вот единичку он потерял. Вот. Если недалеко ходил, немного потерял. Если далеко ходил, чуть больше. Ну, а вот если совсем далеко получилось, то там уже у костра такой бардак начался, что его потом самого проплющили как бы как следует. Ну, иными словами, у нас такая матрица выигрышей, да? Как это? Сухим теоретико-игровым языком я просто мог бы сказать, вот наша матрица выигрышей, и надо найти равновесие по Нэшу. Ну и, конечно же, первая гипотеза, которую мы и будем разрабатывать, состоит в том, что в этой игре не может быть равновесий, да, не смешивающих. Вот не, как бы это сказать, ну, допустим, предположим, что он хоть в какое-то место да не ходит. Вот давайте предположим, да, что он в какое-то место да не ходит. Что тогда мы будем иметь? Ну, они как бы туда, да, по идее, пойдут туда, и они скроются от него. То есть это, скажем так, на данном этапе нам кажется это совершенно неправильным предположением. Вот. Поэтому, соответственно, мы предположим, что каждый ходит во все, значит, все используют полностью смешанную стратегию x плюс y плюс z плюс t равно единице. И здесь альфа, бета, гамма и дельта тоже в сумме равны единице. Все не отрицательные, или, по крайней мере, ну, естественно, не отрицательные, но положительные или нет, ну, в принципе, самое важное это, что все стратегии приносят одинаковый выигрыш. То есть они, да, ну да, положительные, ищем положительные. Вот. Итак, я ищу такие альфа, бета, гамма, дельта, что пионерам становится все равно, где пытаться спрятаться. Кто сразу скажет, чему равны альфа, бета, гамма и дельта? Нет, если они знают, что он ходит чаще туда, они будут идти, где 0,1. 0,25, согласно нашей версии, да? Согласно нашей версии, у нас будет 0,25, потому что им-то, смотрите, им совершенно все равно. И нужно этого достичь, да? Если мы разрабатываем сейчас версию того, что это смешанное равновесие, то нашим пионерам должно быть все равно, где прятаться. Но так как у них издержек нет, они могут отбежать хоть куда, то, соответственно, они будут использовать положительные вероятности для всех четырех вариантов в том случае, если вожатый бросает дважды монету, и все четыре варианта, соответственно, попадают с равными вероятностями. Тогда им все равно, и тогда они могут использовать какие-то x, y, z и t. А вот теперь начинается самое интересное. Смотрите, что. Вожатому, вот, значит, вожатому должно быть тоже все равно. Значит, давайте посмотрим. Вот, например, если он выбрал место А, то с вероятностью x он их там накрыл, да? X — это вероятность, с которой пионеры пошли вместо А. Вожатый, если идет вместо А, накрывает их с вероятностью x. И что это ему сулит?
Я бы сказал так. 5х минус 1. То есть он что? Он пошел вместо а. Это ему стоило минус 1. Но, может быть, он их там обнаружил, и тогда он получил плюс 5. Но с какой вероятностью он получил плюс 5? С вероятностью х. Значит, окончательный расчет для Божатого будет 5х минус 1. А если он их ищет вместе b, то какой будет расчет? А если вместе c? Чувствуете, да? Начинается логика теории игр, да? Логика теории игр, вот она начинает работать. Вот, и что же мы хотим сказать? Что если ему все равно, куда ходить, то это означает, что эти числа должны быть равны между собой. Согласны? Согласны, отлично. Пишем это v, это v, это v, это v. После чего складываем все четыре равенства. Получаем 5 на x плюс y плюс z плюс t минус 1 минус 2 минус 3 минус 4 равно 4жды v. Что такое x плюс y плюс z плюс t? 1. Значит, это 5 минус 10, да? Минус 5 равно 4v. v равно минус 5 четвертых. Не стыкуется. Значит, наше какое-то из предположений было неверным. Но мы начали с предположения, что x, y, z и t больше нуля. Да, сейчас мы должны придумать, что теперь здесь делать, да? То есть наша логика нахождения равновесия развалилась. Кстати, дело не в том, что это отрицательное число. Дело в том, что оно меньше минус единицы, потому что он силы-то в любом случае тратит на поход. Он не может сделать вид, что их не было, и не пойти. Но так как у него есть одна такая явная стратегия, да, одна явная стратегия, пойти просто в ближайшее место, она принесет ему минус один как, ну, как минимум, ну, даже если он никого там не найдет, будет минус один. Значит, мы не можем в равновесии ему обещать минус 5 четвертых, если у него есть стратегия, которая дает минус 1. Это противоречие сразу. Он выберет ту стратегию, которая дает минус 1. Значит, просто вся логика это была неверная. Неверна логика. Неверна фактически, на самом деле, какая логика? Не про x, y, z, t неверна логика, а про равенство выигрышей четырех стратегий. То есть мы это вывели из предположения, что все четыре стратегии пойти искать их в А, пойти искать их в Б, пойти искать их в С, пойти искать их в Д, что все они приносят ему одинаковый выигрыш. Вот из чего мы вывели это соотношение и пришли к противоречию. А значит, это предположение неверное. То есть некоторые из этих мест более предпочтительны по выигрышу для него, чем другие. Что из этого следует? Но это пока, так сказать, это да, но это мы сейчас будем долго выводить. Пока из этого следует только то, что те места, которые для него менее предпочтительны, им никогда не посещаются. Согласны? Логика теории игр. Мы никогда не выбираем стратегии, которые хуже, чем некоторые другие. Как только я нашел стратегию, которая хуже какой-то другой, я ее вычеркиваю из списка. Отлично. Теперь мы это продиктовали, да, это же равновесие Нэша, пионеры должны знать. Пионеры знают. Пионеры знают, что он не ходит, например, в D. Следующее предположение, что они тогда будут ходить в D. Но это тоже неверно, потому что если они ходят в D, то поход в D дает ему плюс один. Так, надо найти истину. Мы к кругу противоречий. Надо найти истину. Надо найти истину, заодно равновесие. Итак, что же не так? Пока вроде все правильно. В некоторые места он не ходит. Давайте просто рассуждать предельно логически строго. Предельно логически строго мы не можем сделать вывод, что они ходят в те места. Мы можем сделать вывод только один, что у них есть стратегия, приносящая им ноль, то есть
приводящее к тому, что они на него не попадут. То есть из наличия мест, куда он никогда не ходит, следует, что в этой игре выигрыш ноль. Что он никогда с ними не встретится. Никогда. Но не следует, что они обязательно будут тусоваться в Д. Потому что в Д тусоваться — это противоречит логике. Значит, как же они все-таки будут поступать? Правильно. Они будут смешивать Б, С и Д. Смешивать эти стратегии. То есть они никогда не будут ходить в А. Он будет в А ходить всегда для проформы. Он скажет: я их искал. Ну, они же за березы должны были быть. Вот я их там и искал. Ну, их там не было. Понимаете, не было. Ну, не было. Отпустите меня, все хорошо. Их там нет. А они смешивают с некоторыми весами стратегии Б, С и Д. Так, чтобы ему невыгодно было переключиться. Понимаете? Вот как. Что у меня вот это стирается, и теперь вместо равенства у меня стоят неравенства. Мы уже знаем, чему равно V. V равно минус 1. И я пишу, что эти все не больше минус 1. И это дает нам систему неравенств. 5y меньше или равно 1, 5z меньше или равно 2, 5t меньше или равно 3. То есть Y меньше или равно 20% шансов, Z меньше или равно 40%, T меньше или равно 60%. Эта система совместима с Y плюс Z плюс T равно 1. В ней огромное, на самом деле, количество решений. И все эти решения образуют вместе со стратегией ходить в А равновесие по Нэшу. То есть мы полностью разгадали эту игру. И она, между прочим, очень жизненная. Это так очень часто встречается. Доказали. Дело в том, что у него, значит, при условии, что он никогда их не встретит, а мы это уже доказали, он должен минимизировать издержки похода. А тогда он ходит в А. То есть он только четко в А, а они распыляют между Б, С и Д так, чтобы ему не было выгодно переключиться с А. И это достижимо, например, ну, не знаю, 17%, 36% и 57%. Ну, можно любую поставить, да, здесь комбинацию. Можно даже вообще, в принципе, никогда не ходить в Б, а в С и Д ходить с вероятностью 40 и 60. Тогда ему будет на грани искать их там или идти в А. Но если чуть-чуть еще перераспределим, даже ниже грани. Вот такая шикарная игра, называется «Прятки». Вот. И, в общем, мы на самом деле получили представление о теории игр. И очень сильно я вас не буду задерживать, но я все-таки хочу выписать для кальмаров уравнение хотя бы примерно равно 4. Хорошо? Давайте покажем, как это работает. А для более старших вы выпишите, там возникает то, что мы решить не можем, ни я, ни Даниил. Там возникают матрицы, параметрические матрицы, у которых надо искать седловые точки в зависимости от всевозможных случаев. И это оказывается, что-то я не знаю, я же не программист, это вот программист может решить, решил бы когда-нибудь. Вот. Но как это делать, сейчас я покажу. И может быть, когда-то кто-то решит и дорешает эти кальмары до полного их решения. Но это было бы, конечно, очень интересно, если это удастся. И это было бы очень интересно. Итак, давайте при n равно 4 мы посмотрим, что происходит. Итак, у нас есть e0, которая 0, e1, которая не знаю, e2, которая не знаю, e3 и e4, которые равны 1. Напоминаю, это вероятность выиграть всю игру в шарике в случае, когда у вас 0, 1, 2, 3 или 4 шарика. И что еще, кто помнит? И позиция, да, и позиция. Совершенно верно. Ну вот, давайте поехали. Значит, на Е1 у нас своя игра получается, и на Е2 еще одна другая своя игра. Когда будет больше вот таких вот игр. При n равно 5 все дорешивается до конца, но там уже возникает уравнение с корнями из корней возникающие. Но вот при n равно 4 еще таких страшных не будет. Значит, что такое Е1? Это у меня есть стратегии. Е1 — это очень просто пока. Я говорю 1n или 1ч, правда? То есть я зажимаю один шарик и пытаюсь угадать, что-то или нечет. А тот зажимает 1, 2 или все 3, которые у него есть. Значит, соответственно, здесь я забираю у него шарик, и здесь тоже забираю у него шарик. И здесь тоже забираю у него шарик. И получается ситуация, когда у меня два шарика,
У него два, и у него ход, правда? У него ход, значит, у него Е2, значит, у меня остается 1 минус Е2. А здесь, здесь и здесь что? Ну, проиграл я. Решился своего последнего шарика и проиграл. В этой игре вот эти две стратегии эквивалентные, и забегая немножко в высокую науку, одну из них можно спокойно стереть и решать игру, как она была раньше. И тогда будет ясно, что Е1 равно 1 минус Е2 пополам. Для всех n будет соответствующее уравнение, связывающее Е1 с Е n минус 2. Будет всегда Е1 равно 1 минус Е n минус 2 пополам. А вот интересно возникает при двух. При двух возникает следующее. У меня 4 стратегии, у него всего 2. У него зажать 1 или 2, у меня 1n, 1ч, 2n, 2ч. Так. Что произошло здесь? Я отнял у него шарик. У него остался один, но у него позиция. 1 минус Е1. Правильно? То есть вот это для вот это была игра для Е1 нахождения, а это вот здесь цена игры, да, вероятность, ну вот вероятность выигрыша в этой игре будет определять число Е2 как раз по определению. Да. Правильно, у меня теперь нет позиции. То есть у меня два шара, да? Я забрал у него один шар. Соответственно, у меня теперь три шара, а у него один шар, и у него позиция теперь. И значит, у него выигрыш Е1, а у меня 1 минус Е1. Поэтому здесь стоит 1 минус Е1. Где я еще у него забрал шар? Вот здесь забрал шар. Вот здесь забрал шар. А что произошло здесь? Два шара забрал. Что это такое? А это я победил. А теперь вопрос, а что произошло в остальных местах? Ноль во всех. Потому что я проиграл либо два шара, тогда сразу проиграл. Либо один шар, он в позиции с тремя шарами. Цук-цванг, все. Если он в позиции с тремя шарами, у него точный выигрыш. Значит, у меня точный проигрыш. Поэтому во всех остальных местах стоит ноль. И эта игра тоже разрешается, но она разрешается уже немножко сложнее. Смотрите. Ну, прежде всего, вот эти две выглядят одинаково. Эту я могу, например, убрать вполне. А вот с этими двумя интересно. Какая из них предпочтительнее? Для меня? Нет, я же играю вот за тех, у кого сейчас два шара. Здесь я либо проиграл, либо выиграл 1 минус Е с вероятностью 1 минус Е1, а здесь я либо проиграл, либо выиграл сразу. Извините, это лучше. Мне не нужна стратегия, которая при прочих равных такая же, а при вот этих равных она выигрывает сразу. В смысле, наоборот, значит, мне нужна из этих двух та стратегия, которая вот здесь то же самое произойдет, а здесь я сразу выиграю, я не буду потом еще играть с ним против Е1 его. Поэтому небольшой интересный вывод состоит в том, что когда у вас позиция с двумя шарами, вам зажимать надо оба. Ну и дальше возникает вопрос нахождения равновесия в этой игре. И мы, ну, теперь уже довольно быстро можем сказать, что мы будем делать. То есть если с вероятностью p вот это и 1 минус p вот это, то зажимая один шар, он проигрывает с вероятностью p 1 минус e1. Правильно? С вероятностью 1 минус p он выигрывает. Но я, значит, вот пишу, да, то есть вот что произойдет для меня на самом деле. То есть я пишу противоположную вот величину, я пишу свой собственный выигрыш, да. Он будет таким. С вероятностью p, если вот он один шар зажал, то с вероятностью p я переведу игру в ситуации, где я выиграю с вероятностью 1 минус p. Соответственно, перемножаем вероятность и получаем такую величину. А, соответственно, если он зажал два шара, то с вероятностью p я, опять же, проиграл, а с вероятностью 1 минус p я выиграл. И получается у меня, что p умножить на 2 минус e1 равно 1. То есть p равно 1 делить на 2 минус e1. И тогда получается, что вероятность в этой игре
победить равна 1 минус Е1 делить на 2 минус Е1. Подставляй туда или сюда. И что это такое? Я нашел цену игры. Я нашел, с какой вероятностью я выиграю в этой игре. Если, вот так я выиграю, если у меня два шара. То есть два шара приводят вот к такому выигрышу. А чему он равен по определению? Е2. Все. Ну что? Это вполне решаемо. Ну, я уже не буду дорешивать, потому что это понятно, что дальше. Два уравнения с двумя неизвестными, но уже квадратичные. То есть там уже появляются корни. Вот. Ну и теперь я вам скажу, что для n равно 5 получается три уравнения, два из которых завязаны друг на друга, и все решается в радикалах вполне себе, но уже вылезают корни из корней. Для n равно 6 Данила утверждает, что умеет решать и для n равно 6, и для n равно 10, и 14, и 18, и вообще при 4k плюс 2. Я буду это проверять. Ну, там он говорит, что есть какой-то прикол, что сразу все вылезает как надо. Что касается остальных случаев, то пока совершенно непонятно. Мы пытались разобраться с случаем n равно 8 на физтехе в пятницу. Я вас не обрадую. Там какие-то возникают уже матрицы, где мой даже теоретико-игровой взгляд ничего сразу не видит. Поэтому это удивительно сложная и красивая игра, которая возникла из какого-то ширпотребного сериала. Да, вот так бывает, понимаете? И это на самом деле, это не первый раз, когда из какой-то помойки доносится, значит, алмаз или бриллиант выносится. Да? То есть это нормально, ищите везде. И смотрите всюду. Интересные сюжеты могут быть абсолютно где угодно. Даже какой-нибудь музыки, там, Modern Talking или еще там, не дай Господь кого. Вот. На этом я, наверное, завершаю. Друзья мои, спасибо вам за эту встречу. За встречу. Сейчас я разверну доску. Ой, кажется, я сделал это зря, да? Я сказал, разверну доску, а на ней только три ноги, еще и не ездит никто. Вот. Но сейчас, тем не менее. А, у меня вот тут есть вот это. Вот. А если еще и так? Опа. Так. Нет. Не-не-не-не, вот так. Ну, примерно так. Тут у нас возникла целая большая доска. Что вы думаете, я на ней напишу? Точно! Ну, наверное, youtube.com. А потом, конечно же, Маткульт, привет! Поднимите руки те, кто когда-либо был на этом канале. Все. Ну, не все. И тех 100 или 200 человек, которые не были, я, естественно, приглашаю немедленно подписаться. Также есть Саватеев XYZ. На нем очень много всего. Дальше. Есть движение «Родная школа РФ», которую я, как сказать, ну, можно сказать, возглавляю, можно сказать, вдохновляю. В общем, я там идейный руководитель, вот, которая, значит, собирает с полей сведения о происходящем в разных школах России и немножко в вузах, и доносит это до тех, кто умеет это слышать. Для тех, кто не умеет слышать, мы ничего, к сожалению, доносить не умеем. Поэтому доносим до тех, кто умеет слышать. Нам, в принципе, иногда нужны помощники, которые что-нибудь сделают. Например, там вот выступает кто-нибудь из министров, говорит, у нас там все в порядке в такой-то отрасли. Я тут же, ребят, быстро собираемся, с мест пишите, где у кого не в порядке. Мы сейчас соберем статистику. И как, знаете, котенка в эти суют, да, вот так же министра вот в эту фразу. Вот, это вот то, чем мы занимаемся с родной школой, но не только этим. Мы там находим каких-то людей серьезных и болеющих за образование в нашей стране, находим наверху, контактируем с ними, общаемся. У меня очень много там есть людей, которые сочувствуют нашему движению, очень поддерживают нас. Так что все может повернуться в какой-то момент, могут быть нормальные реформы начаться, кто его знает. Вот, ну и что я хотел еще сказать, потом буду на вопросы отвечать. Я хочу сказать следующее.
Конечно, здесь в основном студенты, и к ним будет нехорошо обращаться с некоторым предложением. Но если здесь есть люди, которые, например, работают, а не только учатся, вот, значит, тогда как-то что-то в этом духе. В общем, Савватеев. Я на самом деле очень благодарен всем, кто подписан сюда, даже на самые небольшие пожертвования в месяц, потому что я вам скажу, что это мне дает. Это мне дает определенную степень независимости от существующих структур. Понимаете, да? То есть меня нельзя взять, там, выгнать из системы образования, как недавно замечательную учительницу взяли и выгнали в Питере, никуда не берут. Так невозможно сделать, потому что мой источник дохода в том числе народ. Понимаете? А когда источник дохода народ, можно независимо и жестко критиковать, значит, когда совершаются неправильные для твоей страны действия. Вот. Так что если кто-то из вас работает и действительно какими-то там лишними деньгами располагает, всех призываю помогать, вот, помогать и давать мне ту самую свободу, о которой я говорю. Ну а те, кто не может, ничего страшного, приходите на Маткульт совершенно бесплатно. Вопросы, друзья? Вопросы? Это как это не вопрос, а утверждение либо предложение, да? Ну да, помочь сдать матан может курс на OpenEDU. Высшая математика, часть 1, математический анализ. Соответственно, всех туда приглашаю. Кстати, у нас куча всяких электронных ресурсов интересных. Есть на Степике. Степик, по-моему, ру, я не помню. Вот так, да? Ага. Есть курс «Математика для всех». Знаете, как она туда попала? Я вам расскажу. Ладно, если вы еще не очень торопитесь, еще 5 минут. Можно расскажу? Значит, история курса «Математика для всех». Я его записал на физтехе в 2015 году, когда были безумные ожидания, просто бесконечные ожидания того, что интернет, цифровой контент полностью заменит профессоров живых. Тогда все об этом говорили, все считали, что так оно и будет. Значит, мне пришли и сказали, делай курс, он на века, он навсегда, он для всех русскоязычных жителей планеты будет вводить в математику. У него будет охват много миллионов, и мы за каждую продажу, они тогда продавали, курсеры, все такое, за каждый проданный экземпляр курса один рублик тебе дадим. А ты представляешь, сколько миллионов запишется? У нас же в цивилизации 300 миллионов русскоязычных людей. Вот. Я говорю, а можно сразу, может быть, и поменьше, но сразу. У меня тогда были всякие, ну, как я всегда, как, наверное, из всяких интервью, знаете, что я всегда живу в долг. Ну, покупаю новую квартиру, когда старая слишком маленькая там. Ну, в общем, всегда живу в долг. Но и тогда тоже, конечно, были долги. И, соответственно, я говорю, а можно сразу? Ну, не такую большую сумму, да? Не такую, да? Вот. Они говорят, ну зачем тебе это как бы сейчас брать? Мы можем, конечно. Я говорю, да я подпишу, что я не имею никаких претензий. Подпишу. Подписал, мне дали несколько сот тысяч. Я был просто безумно благодарен на тот момент. Бесконечно благодарен. А они говорят, ну дурак, ты же дурак просто, ты понимаешь сколько? Так вот, а я говорю, ну понимаете, в чем дело? У меня есть такое чувство, что вот все 300 миллионов не будут покупать этот контент. Они говорят, ну хорошо, ну 30 миллионов купят. Я говорю, понимаете, у меня есть чувство, что не купит даже 100 миллионов. Ну что, идиот, что ли? Все только говорят, что все переходит на цифру. О чем? Я говорю, ну вот, может, переходит, может, и не переходит. И я оказался даже еще менее прав. Купила 30 тысяч. Понятно, да? То есть, значит, это самый великий дефолт ожиданий. Это дефолт ожидания от цифрового контента. Это самый большой облом, который был вот в этом веку. И реформаторы из высшей школы экономики, некоторые из них прям честно написали и признались, что удивительный аспект образования состоит в том, что передача знаний плохо проходит без живого человека. А мы-то, идиоты, этого не знали, правда, да?
А мы-то этого не знали, да? Что все завязано на живом человеке. Ну вот я, честно говоря, что-то подобное подозревал. Но, тем не менее, цифровой контент действительно помогает сотням тысяч людей. Не миллионов, но тысяч. И вполне себе хорошо помогает. Я с удовольствием веду «Маткульт привет». Я с удовольствием записываю интернет-курсы. И один из этих интернет-курсов «Маткульт», «Математика для всех», она была на Курсере. А потом, что случилось потом? А потом случилось 24 февраля 2022 года. И что сделала Курсера? Показала нам один жест. Я не буду продолжать его. Показала жест и выпилила нафиг все, что там было, включая мой курс «Математика для всех». Да, чем же математика виновата? Но нет, все, убили все. И я пишу ребятам на физтехе: ребята, вы поймите, вот время прошло. Я на него, конечно, не претендую и продолжаю не претендовать. Но представьте, как классно будет, если мы возьмем его и бесплатно выложим на степик. И они подарили. Браво команде «Пульсар», которая отдала этот курс бесплатно на степик. И мы теперь все можем его смотреть, чему я всех и призываю. Ну и там всякие есть эти, есть книги. Вот эта книга, которую мы показывали. Вот эта книга есть, да? Книга, которую Саша Филатов... Вот, еще, да, одна есть, что ли, да? Показать, да, просто. Но всем мы не сможем сейчас ее достать на весь зал, да? Ну, в общем, вот. Занимательная экономика, теория. Вон она в зале тоже есть. О, круто! Вот. Ее вы можете тоже как бы... Это тоже некоторая помощь, там определенный процент нам оттекает. Ну и просто интересная книжечка. Ну а в интернете, естественно, бесплатно лежит. Вот, все, что я делаю в интернете, лежит бесплатно. Кроме каких-то редких случаев, когда что-то там подписывают, люди иногда подписывают. Мы должны оставить у себя, да, у себя. Я говорю, ну, пожалуйста, ну то же самое будет лежать бесплатно справа вот здесь рядом. То есть «Введение в настоящую математику», «Опус магнум», по 100 урокам математики. Кстати, еще, да, проект 100 уроков математики, конечно, который постепенно записывается на супертехнике. Благодаря моему другу-бизнесмену Рамилю Мавлютову, который все это поддерживает. Ему огромное спасибо. Всем бизнесменам, кто меня поддерживает, спасибо. Всем вообще огромное спасибо. Вот эту книгу очень рекомендую. «Введение в математику». Авторское введение в математику от школьной парты до первого курса примерно. Вот. И, наконец, конечно, то, которое вы все знаете, у которой примерно 40 тысяч тираж, называется «Математика для гуманитариев». Вот. Ну, тут уже. Вот. Давайте вопросы. Да. Ты бы еще про компетенции спросил. Это примерно там же. В интернете все есть. Есть наш веселый ролик про счет древних рун. Но не для девушек, не для девушек. Да. Я в них не верю. Там есть предположения, типа вот, ну а здесь поровну напишем. Вот такие, то есть... компьютер же надо задать правила игры. Ты же не можешь... Ты должен ему написать, как именно они выбирают, с какими вероятностями. А вероятности должны быть посчитаны в теории игр. То есть тут замкнутый круг. Не знаю. Можно потом поговорить когда-нибудь. Но, по-моему, это не очень возможно. Да? Нет. А он давно вышел? Я хочу посмотреть. «Математик в стране чудес», да? Запиши, Серега. Так. Кто еще задаст вопрос? А, да. Он стал платным, да? А, практически недоступные. Понятно. Так, ну здесь я вот, к сожалению, обещать не могу, но обещаю заняться вопросом. Так, Серег, запиши. Итак, бесплатность курса OpenEDU, да? Я попрошу их, я опять попробую прям вот слезно попросить, что очень нужно, чтобы было бесплатно. Не буду. Уже все.
с политикой все ясно. Но у меня в этих записано. Это как сказать, бывают разные ритуалы. Бывает ритуал, например, люди не хлещут водку из горла, а вначале разливают по рюмочкам, садятся, закусывают, чокаются, тосты, да? Вот. Ну, то же самое примерно с выборами в России, но продолжать не буду, потому что не очень понятно, зачем, как сказать. Если бы я что-то... Мне настолько наплевать, на самом деле, на то, что это так устроено, что я туда просто... Я просто хочу сказать, что туда я не собираюсь больше ходить. Да. Да! Как называется курс на степике? Математика для всех. Спасибо. Математика для всех. Так, еще вопросы? Да. Игру стеклянной классики. А? Вы знаете игру стеклянной классики из игры в кальмара? Нет. Это очень классная игра. Тоже математическая, да? Да, невероятность. И как еще раз запиши? Стеклянные классики. Стеклянные классики? Да, и вообще сериал рекомендую посмотреть. Очень хороший. Как интересно. У меня тоже были мысли, что это какая-то мура, но сериал. Может быть. Я как бы так, я условно сказал, что мура, я не смотрел. Я на самом деле, когда я вот так не читал, но осуждаю, я сразу готов признать, что я был неправ. Да, может быть. Да. Вот были шоу по типу «Что, где, когда» для математиков, «Форт Боярд» для математиков. Будет ли еще что-то подобное? Хотели, но не смогли собраться. Дело в том, что тот, кто снимает, свинтил из нашей родины и живет теперь где-то там у хрена на куличках, извиняюсь. И теперь нужно как-то это все, нас всех собирать в зуме, да? Либо к нему в этот хрен лететь, да? Туда, но я не хочу. Я ему говорю, приезжай назад и заснимем все. Так что не знаю. Еще вопросы? Да. Вы занимаетесь спортом? Да, физкультурой. Экстремальной физкультурой. Это прохождение очень больших дистанций за один день. Например, год назад, сразу после лекции в Бауманке, я участвовал в соревновании 100 километров за один день на лыжах. И прошел за 14 часов 21 минуту. Вот. Это, конечно, это очень медленно. Это ближе к совсем концу списка. Но ближе к концу списка кого? Финишировавших. В этом году я пробежал марафон за 4:41. Опять же, это медленно, но все-таки пробежал марафон. Вот. И, да, спасибо, да. Было очень, на самом деле, было классно. До 35-го километра вообще, на самом деле, я бы даже, мне казалось, что вообще будет очень легко все. Но после 35-го наступил какой-то, ну, 6 букв, 2 И, фиаско, да, допустим, скажем. Вот. И я еле-еле его дотянул уже. Но дотянул. Да! Топ. Полный топ. 2 курса я сдал за все время. Пытался штук 5 сдавать, но 2 получал. Вот. Теорию чисел. Диофантово уравнение, по-моему, назывался. Ну, в общем, как-то так. И второй. Модулярные формы. Я тогда пытался в великих теоремах Ферма разбираться. Все пытаюсь. Уж не знаю. Ну, может, на пенсии, правда, разберусь. Так. Еще. Да. Вероятность кого? А что это? А я не знаю, что это такое. Простите. Но я вообще динозавр, я древний. У меня нету современного даже прибора. Смартфона называется, который. У меня его нету. Да. Где? А, не знаю, может, и что-нибудь сделаем, но вообще я не против с ним заколабить нисколько. Но преподавать я даже на физтехе не успеваю. Я все езжу по городам. Но вот, может, весной что-нибудь на физтехе все-таки прочту. Но такие лекции, конечно, будем время от времени организовывать. Да? Бауманка или физтех? Нет, в смысле лекцию или что? Нет, вообще, конечно, физтех, но вы меня простите. Не, ну нормально, Бауманка тоже топ. Бауманка супер. Поднимите руки, кто здесь из общак, вот там, где я живу.
А с кем мы виделись в лесу, когда я пробежку совершал? Вот. А что ж ты спрашиваешь про физкультуру, раз ты меня видел, как я ее занимаюсь? Но все равно, молодец, что спросил. Я ответил всем, да. Так, еще тут где-то была рука, была рука. Да. Урок что? Игру в Гарвард. Игру в Гарвард? Да. Очень долго подводить итог. Очень много народу. Это нужно попасть ближе всего к среднему числу по аудитории, деленному на 2. То есть каждый загадывает число от 0 до 100 и выигрывает целое, да. И выигрывает тот, кто попадает ближе всего к половине от среднего по аудитории. Ну, бывает иногда 1-2. Ну, вполне может быть, да. То есть, ну, немного, в принципе. Да. Невозможно. На самом деле, я вам открою один секрет. Ее транслировали по шведскому телевидению раз в месяц, по-моему. И потом ее хакнула команда каких-то умников, и ее перестали ставить. Значит, в чем суть? Суть в том, что даже на несколько тысяч, десятков тысяч человек, как правило, выигрывает число до 100. У нас какой-то исключительный случай. Но у нас очень много было парных, помните? Очень много парных. На самом деле, я ожидал, конечно, до 15. Ну так, где-то 15-17. И то, что у нас было 60, это что-то невероятное. Вот. И вот там у них всегда было в этом диапазоне, всегда было до сотни какое-то число пропущенное. И поэтому они собирались, 100 человек собралось, и каждый месяц они все от 0 до 99 подряд нажимали, и один из них побеждал. И они постоянно делили этот выигрыш. В общем, когда стало ясно, они эту игру перестали делать. Ага. Честно говоря, очень как-то слабая. Ясно одно, обычно число маленькое. Сегодня очень редкое исключение произошло. Обычно это цифра просто. Например, только что была лекция, неделю назад ровно, была лекция в Керосинке, нефтегазоинститут. На 200 человек. Знаете, какое число победило? Да, 3. Тут есть кто-то из нее, да? Во-во-во. А? Угадал, да? 3, так и есть, да. Победило число 3. Да. Не знаю. Дело в том, что я немножко здоровье подорвал. Я летал 13 раз за последние 2 месяца, даже меньше 2. И у меня это вирус, все, я никак кашель не могу перебороть, потому что как только я лечу, он сразу усиливается. И я понял, что немножко придется снизить интенсивность. Я, увы, чуть-чуть придется снизить. Поэтому, ну, Зеленоград, правда, близко, так что Зеленоград проще. Ну, в общем, в принципе, можно это себе представить, но на весну уже лежит там где-то 15 приглашений, и уже не очень понятно, как их все разместить в одну весну, включая, понятно, еще с учетом того, что нужно в Майкоп приезжать раз в месяц, нужно в Набережные Челны, где у меня математический центр, да, собственный, тоже приезжать, по крайней мере, 2 раза в семестр, в Полоцк ездить, тоже там по некоторым. Ну, в общем, есть несколько мест, которые я езжу как по работе, можно так сказать, да. И остальные поездки строятся уже вот в остальные места, я должен их как-то вставлять. И приглашений сильно больше, чем я могу обработать, и, видимо, да, увы, может быть, снижать. Да. Да. Я прикидываю сюжеты для лекций, да. То есть, например, есть такой классный сюжет «Догоняющий лыжник метель». Знаете, какой сюжет? Вот два лыжника, один сильнее другого, но немножко. То есть, допустим, один в норме идет где-то 10 в час, а другой 9. Тот, который 9 идет впереди, 10 сзади. Идет сильнейшая метель. В этом случае есть бифуркационная точка. Если они на некотором расстоянии находятся, и он дальше, чем это расстояние, то он никогда не догонит, будет только отставать. А
Да, предполагается, что тот, который впереди, он идет вместе с некоторой группой, то есть он не тропит лыжню. А вот этот, который его догоняет, он вынужден как бы после метели тропить. И вот если он через бифуркационную точку прошел, он уже догонит, потому что слой снега, который он протаптывает, он все меньше и меньше по мере догоняния. И вот это вот преимущество 10 на 9, да, все более явно, и он догоняет. А вот если он отстал больше, то у него уже не 10, там, а 8,5 из-за слоя снега, который он все время растаптывает. И тогда он, наоборот, уходит назад. И это совершенно, это постоянно в нашей группе, группе имени Владимира Николаевича Дмитриева, с которой я на лыжах хожу, это постоянно я прям наблюдаю и вижу. И еще там много таких сюжетов есть. Но иногда думаю и просто о математических сюжетах. Там один раз, например, проверил... нашел первообразный корень по модулю 2017 году за 30 километров пути. В уме просто считал, 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 считал. Да. Да-да-да, я понимаю. Ну, я позорю чем, но Фихтенгольц — это круто. Фихтенгольц — это классно, это прям вот спокойно, четко. Если есть бесконечное количество времени, то это самая лучшая книга. Ну, а я выбираю из этих трех Зорича. Да. А в городе Когалым когда-нибудь едете? Нет, еще не был. Был там во многих городах на севере, но в Когалыме не был и в Уренгое не был. А планируется вообще? Очень хотелось бы. То есть я как бы, я стараюсь как можно больше. Я был чуть больше, чем в половине российских городов. Где-то около 600. А всего, значит, с новыми нашими областями, да, там где-то 1200 получается. В общем, я, конечно, до конца жизни уже все города не посещу, но я все-таки мечтаю посетить хотя бы все оставшиеся регионы. Но вот это тоже стало из-за этого здоровья немножко сложно. Но осталось 9 регионов. Было 7, а стало 9. А, кстати, почему? Ну, я, правда, уже выдал, да, загадку? Потому что добавились еще непосещенные Запорожская область и Херсонская теперь. То есть было, значит, ну, Донецкая, Луганская я был и так, а Запорожская, Херсонская не был. И теперь еще там тоже надо побывать. То есть, чтобы покрыть все регионы России, надо побыть в этих двух, потом нужно побыть Ингушетия, Калмыкия и Ненецкий округ. Правда, он сейчас слит с Архангельском, но я все равно считаю, что мне нужно туда приехать, Нарьян-Мар, потому что Нарьян-Мар — это единственный город, из которого никогда мне не поступило ни одного письма, ни с просьбой о книге, ни с приглашением с лекцией. И мне интересно, то есть там живут люди, которые не интересуются математикой вообще. И мне очень хочется туда побывать, поэтому. Ну, не знаю. Или наоборот, все настолько хорошо знают математику, что я им не нужен. Как стеклов уже меня не приглашают, правильно, выступать? Зачем я им там нужен? Вот. А там, соответственно, остается Якутия, Чукотка, Сахалин, Камчатка. Ну, вот это не скоро. Но оттуда отовсюду зовут. И по много раз. Да. Где? Конечно. Конечно. Был и не в одном Улан-Удэ, там много где был. Да. Не так давно. Более того, я 4 октября должен был выступать в Белгороде. И мне написали в конце сентября, что не имеют права рисковать значит, моей жизнью. Я сказал, в чем стоит риск. 1 миллионная, это, ну, как бы на дорогах он гораздо выше, да? То есть я не видел в этом никакой проблемы, но они все-таки отменили визит. Лично я никакой проблемы не видел. Но, к сожалению, нет. Но 2 года назад было в Белгороде, да. Угу. Да. Пятого я, наверное, уеду уже в Ярославль. Да, то есть я, ну, в любом случае, там и семинар в середине дня, и то да сё. В общем, до Нового года это просто вот такая вот... Да, 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 да. Да. Нарьян-Мар? Да! Все, спишемся. Через годик поеду. Через годик. Сейчас я в Архангельск еду. Я хотел подцепить Нарьян-Мар. Выяснил, что из Архангельска это сложнее, чем из Москвы. Да. Ну, не знаю. Я ни с кем не знаком. Но, в принципе, вы хорошо вот реагировали, да, сидели. Значит, нормально отношусь. Ой, я не знаю. Нет, я не очень... Если честно, я не очень люблю
как сказать, вот мое слово сейчас имеет некоторый вес, ну там безотносительно к тому, произносить это с пафосом или спокойно. И если я там кого-то сейчас, ну, что-нибудь неправильно там скажу, не по делу, да, то это будет неправильно звучать. Я же никого там не знаю, да. То есть, чтобы это сказать, нужно прийти, познакомиться, поговорить там и сравнить там с какими-то еще местами. Вот. Но в целом видно, что в Бауманку поступает вполне себе неплохая публика, да. То есть это, ну, понятно, что как бы в физтех может поступать еще более сильная публика. Но это все не очень важно. Важно, ребят, важно как бы, ну, мотивацию поддерживать, да, в себе, да, каким-то образом. Фигачить и фигачить, каждый на свой уровень выйдет, и все. Все будет хорошо. Так, да. Да. На могиле Эллера рисуешь круги. Я шучу, до могилы Эллера далеко, и вообще это... Да. Ну, в общем, давай, удачи. Главное — выспаться. Я могу сказать, что сделать. Выспаться. Выспаться хорошенько. Вот сейчас придешь домой — сразу спать. Сразу же. Вот. Да, можно, я думаю. Сейчас я единственное, что я сделаю маленькую интерлюдию, чтобы поужинать. Вот сейчас мы закончим общую часть. И дальше Семен ушел, да, куда-то? Семен здесь? Семен, а можешь чайник, да, где-то попробовать? Да, будет. Можно, в принципе, уже тащить. И за ужином можно продолжить беседу. У меня просто по расписанию из-за брюха там больного нужно сейчас будет ужинать. Но это не значит, что нельзя будет беседовать. Можно будет и беседовать, и все такое. Я просто буду сидеть кушать. Вы же не обидитесь на меня, да, Зет? Вот. Да. Программа что? Не знаю. Ну, в принципе, прикольно, наверное. А какие сейчас обмены? С Китаем, да? Ну, наверное, нормально. Но единственное, что мне всегда как бы самому лично мне довольно трудно было. Вот в Бельгии я жил, я ужасно тосковал. Хотя ничего как бы вроде особенно не происходило такого, что вызывало тоску. Но вот она была прям безумная. То есть я когда возвращался, я понимал, что это уже все. Никаких экспериментов с долгим проживанием далеко от моей страны не будет. Но как бы для других студентов нормально бывает. Я знаю людей, которые вполне себе 2-3 года живут там. Некоторые вообще уезжают и живут там сколько угодно. Но, как правило, они все-таки когда с ними поговоришь тет-а-тет, оказывается, что счастья там не очень много. Но это ладно, это так, чуть-чуть пафоса. Да, конечно, 100 раз. Я ж только что, у нас выход с Земсковым был на моем канале, это самая задача, самая красивая олимпиадная задача. Я разбирал задачу x квадрат. При произвольных правых частях решить вот такое уравнение. Я Земского мозг вынес вообще им. Он говорит, говорит, да. А еще в одной задаче я его... А, или я здесь обманул, нет? Где я его обманул? А, не, обманул у него на канале, по-моему, да? Да. Короче, мы с Земском записывались. Ну и, конечно же, 31-й лицей каждый раз просто в обязательном порядке. Да. Режим сна есть и очень четкий. Стараюсь, сегодня может не получиться, но стараюсь лечь в 10 как максимум. В принципе, в 9 Надя начинает хотеть спать, это моя... Последний, у меня 5 детей, вот самая мелкая, ей 3 годика, и она начинает 9 хотеть спать, очень удобно. Ее уложил и сам заснул, и все. Вот. А утром я где-то в 5:30 стою примерно. Да? Давай, тащи. Еще? Да? Можете порекомендовать книги для первого курса по матану? Ну вот Зорич вроде обсуждался вполне. А Ёжик выпустил книгу. Ёжик выпустил книгу. Ёжик в матане. Да. Сколько нужно ящеров? Сколько что? Сколько ящеров может побить один древний рус? Не знаю. Да.
Ну, хороший вопрос. Нет, вот эта игра, она очень, очень правдоподобная, скажем. Я бы так сказал. Она правдоподобная. То есть там действительно в последнюю секунду ты решаешь, что делать. Всегда. Нет, часто я и на месте оставался. Так что не то равновесие, которое вот тут вот это самое. Да! Раз, раз слышно. Ну, я тут на это, поскольку вы отвечали на вопросы, у меня уже возникло полтора вопроса. Первое. На каком-то из видеороликов своем вы говорили, то, что площадь Карелии примерно это 1% от площади всей России. Да. А вот с учетом новых областей. Одевайся, есть, Сань. Есть ли какие-нибудь интересные территории, вот, которые, ну, такое же имеют какое-то приближенно целое число площади там России, либо что-то еще. Это вам вот к размышлению, я вот сейчас вот вы говорили, услышал. Вот. И мой вопрос, который, собственно говоря, хотел задать. Что за подкаст вы такой классный запилили, и где его можно будет посмотреть, раз он такой? А, сегодня да. Здесь? Да. А вот это ребятам надо. Где будет этот подкаст, который мы тут снимали с Мишкой? Мы с Мишей снимали вдвоем. Да. А где он будет? Что? Ну, в общем, вот ребята из Мамонки, они ответят где. Где-то будет. Спасибо. Так. Да? Какое число вы выбрали в Лимбо? Какое что? Я число, бы выбрал? Да. Здесь 13. А еще вопрос. Вы сделали исследование, если сначала рассказать условия, а потом выбрать число, или сначала, чтобы выбрали число, а потом условия? Нет, я всегда все-таки условия сообщаю, потому что иначе как-то ну непонятно, за что вы воюете, да? То есть нужны все-таки правила. Но я, да, всегда сообщаю. Так. А вы такие интересные лекции в других университетах столицы проводите? Ну вот неделю назад была в Керосинке лекция. Но вообще бывает крайне редко, потому что ну, это какая-то очень серьезная организация. Это вот, я не знаю, Семена надо спросить, сколько он времени на это потратил. Я думаю, что пару месяцев на пробежки, согласования и так далее. То есть немногие берутся звать. Вот. Но тем не менее, время от времени бывает. Бывает, да. О, вопрос из зала. Так, а вот там я все долго-долго уже тянут руку, да? Для школьников. Ну, вообще, вот мне папа в 9 классе подарил книгу «Айрон энд Роузен. Классическое введение в современную теорию чисел». Я до сих пор ее читаю, все как бы никак не дочитаю. Вот, ее рекомендую, она очень хорошая. О, не знаю. Панчишкин Манин для это серьезная книга для серьезных людей, да. Я в ней понимаю, там, типа, первые несколько страниц, наверное. Да? А, все, да? О, да. Бывало. Хотел убить таких, но бывало. Ну, по-моему, ничего. Ни к чему не приводило. Да. Пожалуйста. С Саней играйте. Он из Когалыма. Лучше в Когалым зовите, как-нибудь приеду, правда. Книги же, это, их можно скачать все. Бесплатно совершенно. Но печатная версия лучше. Чет. Ладно, давайте. Нет, еще есть два вопроса. А все равно пока кипятка еще нету. Поэтому можно продолжать, да? Алексей Владимирович, можете, пожалуйста, сказать что-то насчет высшего образования в Крыму? Ну, вообще, ну, я, скажем так, ничего особо хорошего не скажу. Вот здесь я, к сожалению, в курсе, поэтому могу сказать, в отличие от вопроса про кафедру, там, про какие-то еще дела, где я не был. Вот здесь я был и понимаю примерно, но филиал МГУ
все-таки существует и как-то функционирует. Ну вот мой очень хороший друг и профессор Федерального Крымского, он уехал в Москву, он не смог там работать по причинам, которые, в общем, верны почти для всех вузов России, к сожалению. Там запредельно низкая зарплата, безумная нагрузка, бюрократия. Весь тот список, о котором мы постоянно на родной школе говорим. И очень студентов низкий уровень, да, к сожалению. На данный момент так. Будем, как, над этим, конечно, надо работать, но на данный момент это так. Да. Ну, начинается, конечно, с этого. По сравнению с каким моментом? Но вот был дистанционный провал полный просто. Вот если по-русски говорить, полный провал. То есть этого года как будто не существовало. Это все знают и все друг другу говорят, но проблема нашего вот, как бы правящего класса стоит в том, что там обязательно надо врать. Обязательно. Это вот принципиальное условие. Вот ты ректор вуза, и ты должен врать министру образования о том, что у тебя никаких проблем в вузе во время дистанта не было. Если ты не врешь, ну, значит, наверное, ты ректором скоро не станешь. Но вот такая ситуация, она для директоров она характерна тоже. Вот эта ситуация привычки поступать нечестно, нечестно говорить, нечестно действовать. И я думаю, что это есть самая большая проблема образования в России. Вот если мы ее как-то решим, я не знаю, может, Господь Бог как-то поможет решить, да? Потому что я не знаю, как это без него решать. Вот так, тогда будет, да, все хорошо. Но вот истории, которые через меня проходят, они просто вопиющие. То есть никто не готов рискнуть не то, что там потери работы, наверное, просто минимальным выговором, там, не знаю, минимальным давлением, которое может быть оказано. То есть даже как бы вот это вот то, что мы называем вертикальная власть, она снизу растет. То есть люди, которые в нее встраиваются, настолько готовы полностью быть сервильными, что дальше уже только ищи господина, что называется, раб нашелся. И я не знаю, если честно, я не знаю, что с этим делать. Ну, что-то само может как-то сделается, знаете. Ну ладно, не буду дальше продолжать. Короче, посмотрим, как все сложится. Но при нынешнем руководстве Министерства просвещения я не жду никаких хороших перемен, скажем так. Да. Ютуб Андрей Кубик сказал. А что это такое? Это твой Ютуб? А, ну вот, смотрите, друзья, заходите на канал. Ой, привет, привет, привет. Где мы виделись? На школе, да? Камбалк, точно. Да, 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 привет. Привет, 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 привет. Так, давай, сейчас я открою все три. А, да, да, да. Отсюда не вижу ни хрена. Петрозаводск? Нет? А, это Камбалк как раз, да? Круто, круто, круто. Камбалк рулит. В феврале поедем, да? Поедете? И я тоже. Громче. Пишут на e-mail и зовут. И потом находится дата, долго и мучительно находится дата. И дальше начинаются уже обычные какие-то переговоры о том, куда я приеду, когда я там, где что, кого зовем, какой уровень, какое там название лекции, о чем интересно. Ну, в общем, на самом деле просто пишут на e-mail. Hibin@email.ru. Да. Ну, в принципе, 7.11 иногда могу и пораньше. Иногда. То есть вот 5-6 классы, 5 и 6 бывали. Бывали. Ну, да, но это московская школа, да? Сергий в Посад, я съезжу с удовольствием. Там у меня живет очень хороший друг, который ведет портал православия.ру.
Вот, он меня всегда ждет в гостях. Там вообще Лавра, великое место. Так что как-нибудь, да. Ну, я не знаю, я не буду обещать, что весной, но как бы то, что через год осенью найдем, это точно. Вот так. Сергей, есть, ну, только пиши дату, да? Да, кипяток, да, появился? Ой. Ошибки выжившего? Ну да. Ну, здесь, видишь как, это же психологические моменты. А мы считаем просто конкретно, вот мы считаем, при каких распределениях вероятности будут такие или иные стимулы. То есть психология здесь не учитывается в явной форме. Не, ну просто для нас это просто сложилось, соответствующие вероятности реализовались. И все. То есть тут как бы, да. Так, где-то давайте еще? Уже отпустим нашего уважаемого лектора. Но отпустим не с пустыми руками. Вот. Спасибо большое, Алексей сейчас. Владимирович. Я не зачитал вот эти еще вопросы. Да? А еще кипяток же мы все равно ждем. Или он здесь? Здесь нет кипятка. Все равно пока ждем кипяток, можно еще пообщаться, да? А? Давай! И там еще, да? Ага, сейчас. Здравствуйте. Хотел поинтересоваться у вас. Что вы думаете по поводу доп. Образования школьников при вузах, университетах? В принципе, ничего плохого. Но оно сейчас кладется на отсутствующее массовое. Часто. То есть доп. Образование... И это очень хорошее дело, когда вот, ну, вы утром занимаетесь в школе, да, изучаете предметы с нормальными, грамотными учителями, да, а вечером идете на кружки, и это супер. Но если вы утром, у вас ничего нет, да, ни учителей нет, ни... а потом вечером вы идете в кванториум, и там начинается доп. Образование. Но оно не ложится никуда, вы даже как бы таблицу умножения толком не знаете, но вам покажут что-то, будет прикольно. Это, конечно, лучше, чем по гаражам бегать, как вы увидите в этом видео, да, вот. Но... Для доп. Образования должна быть база. Это то, что я постоянно твержу товарищам начальникам. А они хотят так, раз-раз доп. Образование вместо полноценного массового. Ну так не получится. А в целом ничего плохого не думаю. Все. Есть кипяток. О, супер, супер. Да, теперь сейчас здесь попробуем стол организовать, и можно продолжить, в общем-то. Алексей Владимирович, мы знаем, что вы верующий человек. Как вы видите совместимость веры и занятия наукой? Прекрасно вижу. Это же про полностью как бы перпендикулярные вещи, да, то есть наука о том, как наш материальный мир устроен, по каким он законам устроен. А вера про то, что с тобой будет, когда ты отправишься на тот свет, и все вокруг этого, да. Вот, то есть это полностью никак не интерферирующие друг с другом, не пересекающиеся области. Хотя, конечно, если честно, в хорошей, серьезной науке я всегда говорю, что Господь Бог угадывается. Что есть в математике, что говорит о неслучайности этого мира. Угу. Давайте я просто отошлю к нашему видео с отцом Андреем Ткачевым. Там очень подробно я рассказываю про это. Первое видео наше. Алексей Владимирович, мы знаем, что вы... Опять. Ой, так это та же самая. Только почему-то во втором экземпляре. Так. Стол, да, можно сюда прямо. Прямо сюда, да, и здесь сейчас продолжим просто за едой. Когда лекции в 179-444-2007? Так, ну, значит, че-че-че, не знаю, честно скажу. А где? Да, но я же выступил как бы с некоторой оценкой деятельности директора Акуловой Ирины Анатольевны. Вот, и... ну, как бы я, вот это, тот случай, да, я просто выступил, я высказал свое личное мнение. Не более того, я не настаивал, чтобы оно было применено. Ну, конечно, судя по всему, она очень сильно обиделась, поэтому, возможно, что в ближайшее время не будет таких лекций. В 179, ну, я думаю, что по весне как-нибудь организуем, да, я обычно прихожу, на кружок меня зовет этот самый Рябичев Андрей, где-то по весне. 2007 не знаю, но она далеко, она дальше Твери.
по времени добирательства. Южная Бутово дальше, чем Тверь. Да? Ну, не знаю, может, как-нибудь можно организовать. Да. Конечно. Какой следующий курс на камбалк? О, фиг знает. А я что сказал летом? Какой? Что будет? Не знаю. Простите, не знаю. Ну, что-нибудь придумаем. Какой это будет? Не было такого, чтобы никакого курса не было. Я посетил 100% камбалгов. Кроме Рогоровского и меня нет ни одного человека, который был на всех школах и выездах. Вот так. Тоже, но не на всех. По-моему, он пропустил один раз, если я не ошибаюсь. Но вообще надо, если честно, надо уточнить. Вроде мы считали, что Канели когда-то не было. Мусатов один раз пропустил. То есть есть вот два человека, которые, по-моему, по одному разу, да, но мы просто 100%. 100%. Так. Ну что, можно... Так, и сейчас я принесу просто ужин, и будем общаться дальше, подписывать там и все. Алексей Владимирович, а... Алексей Владимирович, мы завершаем эфир, но встреча наша продолжается. Алексей Владимирович, вот эфир мы завершаем уже, а встречу продолжим. И разрешите вам подарить подарок? Вот. Надеемся, что вы будете к нам приезжать чаще. Это уже станет хорошей традицией. Это блокнотики от Эрнестовича, и там еще футболки. Ректорская, еще одну. Это в смысле Эрнестович, который Бауман, что ли? Да.